Я сейчас включу запись. Да. Итак, доброе утро, дамы и господа, уважаемые коллеги. Мы начинаем вторую конференцию, международную конференцию Института востоковедения РАН, израилеведческую конференцию чтения имени Бовина. И второй раз она проходит полностью в онлайн. Я скажу два слова. У нас, с одной стороны, есть какие-то вещи, которые не изменились, а есть вещи, которые изменились. Например, мы гораздо серьезнее проработали с заявками, поэтому программа очень разнообразная и насыщенная. У нас прибавился еще один день конференции, и это несмотря на то, что обстановка сейчас непростая. У нас в прошлом году было 2 дня, сегодня 3 дня конференции, причем полные с утра до вечера. Вы видели программу. И еще одно важное изменение. В этом году мы сделали полноценный такой мастер-класс для студентов. Это вот в третий день, 26 числа, будет полноценный мастер-класс для студентов, где мы будем анализировать их работы, то есть воспитывать подрастающее поколение. Это тоже новое. И что постоянно? Постоянно это то, что, как и в прошлый раз, нас поддерживает, в частности, руководство Института востоковедения Академии наук и Альгбер Колобекович, который в прошлом году приветствовал эту конференцию. Сейчас он тоже с нами. Альгбер Колобекович, мы рады вас видеть. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Я на самом деле вот, хочу сказать, что вроде бы совсем недавно прошли боевские чтения. Вот я помню, я выступал с приветственным тоже словом. Вот, и вот сейчас вот такое ощущение сжатости времени, понимаете, время сжимается, и просто столько событий, что мы не успеваем все, наверное, переосмысливать, поэтому такое ощущение складывается. Я, прежде всего, конечно, хотел бы поприветствовать господина посла, вот, поприветствовать всех участников, и на самом деле в России очень сейчас актуализировались дискуссии, кто мы. Мы Россия, мы Запад, часть Запада, мы часть Востока, мы между ними, кто-то говорит мозг, кто-то говорит просто какая-то середина, а кто-то вообще говорит, что мы государство, цивилизация. Отдельно вот Виталий Вячеславович, есть хорошая статья, где он, продолжая дискуссии на эту тему, вот, обозначает, что есть у России черты государственной цивилизации, потому что, ну, понятно, есть классические, там, типа Китая там, и так далее. Ну, Израиль, наверное, тоже, можно сказать, государственная цивилизация, которая выходит за пределы, собственно, Израиля. Поэтому эти дискуссии очень активизировались. Я вот хотел сказать, что в этом смысле мы вот как-то приходим к тому, что Россия все-таки, конечно, русский народ, это европейский народ, европейская культура, народ европейской культуры, так скажем, да, и изначально Россия формировалась, Древняя Русь, на территории Европы, но когда она стала империей, расширилась на восток, то это стало уже евразийской страной, поэтому идея евразийства, который с большим трудом проходит, потому что у многих либералов, особенно вот людей, которые были всегда придерживались западнических таких подходов, потому что я имею в виду западнические в смысле славянофильства и западничества в этом смысле, евразийском смысле, то они рассматривали Восток как исключительно через призму отсталости, дикости и всякой там деспотизма и так далее. Хотя, если мы посмотрим древнюю историю, то древняя история – это только Восток и был, там цивилизация Востока и египетская цивилизация, которая тоже подчинялась, была в сфере влияния Ассирии, то есть китайская цивилизация, индийская цивилизация, потом все мировые религии пошли из, кстати говоря, Израиля, поэтому две мировые религии из Израиля, а 3 мировые религии, в принципе, из Ближнего Востока. Поэтому вот Россия определяет себя как вот сирийская страна, но я вот хочу сказать про Израиль. Израиль вообще уникальная ситуация, потому что Израиль – это, с одной стороны,
кусочек Запада, это такой с точки зрения экономики, с точки зрения каких-то там отношений. При этом это еще Восток, и самое интересное, что при этом Израиль еще немного и Россия. То есть Израиле есть все, поэтому вот эта уникальная, особая роль Израиля в мировой политике, которая, наверное, будет еще возрастать, потому что сейчас в эпоху турбулентности все равно вот эти арбитры, их не так много, которые имеют равноудаленные отношения к связи и коммуникации ко всем сторонам конфликта. Вот. Мне кажется, роль Израиля будет возрастать, учитывая особенно те доверительные отношения, которые у Израиля есть со всеми сторонами. Это просто действительно удивительно. Вот сейчас вот то, что называется lack of trust, он в международной политике как никогда, особенно в преддверии каких-то таких заявлений о ядерных там ударах, не дай бог, или еще чего-то. То есть мы подошли к такой черте, где самый большой ресурс – это как раз доверие. Поэтому Израиль таким доверием обладает, это делает его особым игроком на мировой арене. Поэтому я приветствую конференцию. Бовин, безусловно, был выдающийся и международник. И поэтому то, что его именем назвали, и сейчас вы будете разбирать сложные, особенно усложнившиеся последние месяцы международные все ситуации, международные положения. Вот. Желаю вам успеха, и вот мы всегда поддерживаем серьезный анализ, который проводится, особенно коллабораций. Спасибо большое. Большое спасибо, Алибер Колобекович, за ваши слова и за то, что вы нас поддерживаете. Еще одна неизменная вещь – это то, что нас поддерживает посольство государства Израиль в Российской Федерации. И в прошлом году посольство нас поддержало, и в частности, финансово помогло нам издать сборник. К сожалению, он вышел не так скоро, как мы хотели, но он вышел. Я сейчас не могу его показать, но мы разослали посольство. Я вижу, что тут еще коллега с посольства, кроме его происходительства посла Алекса Бен-Цви, я еще вижу Ронена Крауса, я вижу Ифат Амеди, Брухим Абаим, Шалом, Анахту Мелот Смехим Леротхем Кан. И для меня это большая честь и радость, что в такие непростые времена посольство поддерживает таким образом и Институт Востоковедения, и наш отдел, ту работу, которую мы делаем. И я надеюсь, что мы с их помощью издадим сборник по итогам этой конференции. А сейчас я бы хотел передать слово для приветствия его превосходительству послу государства Израиль в Российской Федерации Алексу Бен-Цви. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад быть с вами. Сегодня уже второй год. Вот на второгодник это как-то плохо звучит. Но в любом случае, действительно, то, что мы можем собираться, ну, раньше это была корона, сейчас другие обстоятельства, но мы все-таки собираемся, мы изучаем темы, которые связаны и с Ближним Востоком, и с Израилем, издаем публикации, которые, я уверен, что следующим поколениям, да и всем, которые изучают эту тему, будут очень полезны, потому что это будет как бы референс, такой референс-бук для разных их исследований, идей и так далее. А в любом случае, я считаю, что это вы господин Альберов, правильно сказал. Этот вопрос, все, что связано с Россией, Ближний Восток, Россия, Израиль, сегодня, как я думаю, как всегда, очень важно. И то, что, напоминаем, там на четверть бывший наш народ, и с одной стороны, а с другой стороны, действительно, Ближний Восток, вот это, что Израиль очень вовлечен во все процессы на Ближнем Востоке, я считаю, что это очень большое поле для исследований всех нас. Мы всем этим занимаемся в какой-то мере, больше, часть больше академически, больше мы, с другой стороны, более оперативно иногда. Но в любом случае, без части академической, мы никак не можем хорошо работать в области, оперативной области наших отношений. А наши отношения, кстати, между Израилем и Россией остаются очень хорошими. И это самое главное.
И мы, я думаю, что сейчас и разные события на Ближнем Востоке, по крайней мере, с израильской точки зрения, как мы знаем, уже 2 года, мы отмечаем 2 года со дня соглашения Авраама. У нас, я надеюсь, что в четверг мы подпишем соглашение по морской границе между нами и Ливаном. Тоже очень важное событие для всех нас. Это еще и разработка газа в этом регионе, который поможет, я надеюсь, Ливану восстановить немножко свою экономику. И надо нам сказать, это очень четко и ясно для всех, что для нас хорошее экономическое состояние Ливана – это в нашу пользу. Это не то, что некоторые говорят, вот Израиль был за то, чтобы в Ливане был какой-то хаос. Как раз наоборот. Потому что когда наши соседи будут жить в спокойствии и в довольствии, это будет намного лучше и для Израиля тоже. И поэтому мы стараемся, чтобы все это прийти к этим соглашениям. И факт, соглашение Авраама, если мы берем только Арабские Эмираты, мы за эти годы от нуля торговых отношений, товарооборот возрос больше $1 миллиарда. И это уже что-то показывает, какой потенциал есть в этих отношениях. Даже в свое время, когда Шимон Перес написал «Новый Ближний Восток», он об этом немножко говорил, создавать новый центр. Что получится, когда страны с довольно большими экономическими ресурсами, как страны Персидского залива, Гольфа, соединятся с израильскими технологиями, израильскими идеями, это будет создавать новый полюс какого-то влияния, какого-то, я бы даже сказал, позитивного влияния на весь Ближний Восток и не только на Ближний Восток. И я очень рад, что на этой встрече, на этом конгрессе будут очень много тем. Вы знаете, я так прошелся по спискам, по темам и так далее. Я вижу, что говорят от сионизма до миграции, что это логически от военных индустрий Израиля до спорта и, конечно, от Ирана до выборов в Израиле, которые будут, как все знают, 1 ноября. И тем более, что это большая группа различных исследователей из России, из Москвы, из Томска, Санкт-Петербурга, Урала, Нижнего Новгорода, а также из Беларуси, из Англии, конечно, с Израиля. И это все создает какую-то, я бы сказал, очень позитивную не только оболочку, но и насыщенность всего этого мероприятия. Я особенно очень рад, то, что как раз Дима сказал насчет третьего дня, насчет встреч с молодежью, потому что я считаю, что именно они наше следующее поколение, они те, которые будут заниматься этими вопросами дальше. И важность в том, что если мы, когда мы начинали это, я начал тоже в университете в Иерусалиме, занимался этими вопросами с начала 80-х годов, точнее, с 80-го года. То же самое, мы немножко были, конечно, под влиянием еще советской системы и советского рассказа, что такое Израиль, что такое Ближний Восток, как это выглядит, и мы были под другим влиянием. Сейчас я уверен, что эта молодежь, когда она получает уже более широкую информацию, когда они будут проводить свои исследования, то их взгляды на все это будут намного шире, намного, я бы сказал, глубже, не только шире. И для нас это самое важное, я думаю, в нашей работе. Так что я желаю всем участникам, слушателям, всем, которые находятся вместе с нами здесь и будут находиться в эти дни, удачной работы. Я уверен, что следующий сборник, мы видели уже первый, что следующий сборник будет также интересный, и мы будем помогать, как раньше. Спасибо большое. Большое спасибо за то, что нашли возможность присоединиться к нам сегодня в начале, ну, в России в начале рабочей недели. В Израиле уже второй день рабочий, да, а в России у нас это начало рабочей недели. Вы знаете, мы сейчас не будем там долго тянуть, перейдем к основной части. Я только несколько комментариев хотел бы сделать, скажем так, уже более технически, да.
Поскольку, как мы отметили, по разным причинам у нас, в отличие от прошлого рана, от прошлого раза, у нас меньше иностранных гостей, особенно не русскоговорящих, да, то есть есть несколько коллег из Израиля, которые русскоговорящие, и ввиду определенных сложностей мы решили отказаться от перевода. Перевод на английский язык будет осуществляться только на одной сессии. У нас есть один англоязычный представитель из Англии, Пегги Мингили, она будет завтра выступать. И мы на этой сессии для нее, она будет выступать по-английски, а мы для нее с русского будем делать перевод, потому что это мы будем делать нашими силами. Вот, поэтому я прошу прощения перед нашими израильскими коллегами, представителями посольства. Я сейчас эти два слова переведу на иврит. И мы дальше продолжим на русском языке. Анир Камарти, Рацитель Агид Кама Милим Баеврит. מבריטניה. לכן אנחנו ממשיכים ברוסית, לצערי הרב, תסלחו, אז זה מה שיש, אבל אנחנו מאוד שמחים עוד פעם לראותכם פה בכנס שלנו. אז מאז אני ממשיך ברוסית. Итак, прежде чем мы перейдем к первой сессии, я хотел бы сделать несколько, пока нас тут много, я хотел бы сделать несколько замечаний еще технического характера. Замечание первое. Стандартный регламент у нас 15 минут и обсуждение. Мы также, это первое. Второе. Мы стандартно ведем запись. Эти записи мы потом будем по чуть-чуть выкладывать в социальные сети. На конференции. И те, кто пропустит, то если вы узнали, то хочу говорить и смогли потом посмотреть, если не могут посмотреть сейчас. У нас полных 3 дня работы, сессии идут с 10-минутным перерывом. Если посмотрите программу, то увидите, что у нас есть ряд сессий, которые разбиты на 2 части. Все первые части идут сегодня, все вторые части идут завтра. Вполне также возможно, что будет пара 1-2 выступления, условно говоря, не вживую, а будет там, не все могут, но мы смогли для вас записать видео выступление, и мы все равно покажем. Итоговую версию программы, где будут отмечены все участвующие, или там, если произошла смена темы или еще что-то, мы выложим по итогу на сайте Института востоковедения РАН итоговую, то есть тем будут только те, кто был на конференции. Мы это выложим по итогу конференции. Также, как я и говорил, по итогу конференции планируется сборник, и уже прислано довольно много статей. Мы их еще не смотрели, потому что думаем, что, может быть, еще кто-то внесет какие-то правки по итогам конференции. Времени будет немного, но неделя будет. Вот. И мы начнем готовить сборник статей по итогам этой текущей конференции. Я не буду говорить, какие сроки появятся, получится. Это пока сложно прогнозировать, но мы будем над этим работать. Вот. По моим ощущениям, программа не сильно поменяется от той программы, которую мы прислали вчера вечером или там кому-то сегодня утром, может быть, пришло. Я думаю, что это будет практически такая же программа, вот, которую мы выслали, может быть, с небольшими изменениями, ну, совсем минимальными.
Мне кажется, я всю важную техническую информацию сказал. Да, ну вы как-то обращайтесь, если вы хотите задавать вопросы и так далее, вы знаете, как пользоваться Zoom, либо как-то пишите в чат, либо поднимайте руку. Мы с организаторами будем стараться давать вам слово после выступлений. И на этом я хочу всем нам пожелать удачи, интересной конференции. И мы начинаем первую содержательную сессию. Мы ее даже начинаем с небольшим опережением. Это дает нам возможность немножко больше поговорить. Это хорошо. И первая сессия называется «Вопросы истории России и Израиля в региональных конфликтах». Я, кстати, не вижу, есть ли у нас тут Шаповалов, Михаил. Нет, его нету. Да? Ну, может, появится, потом мы дадим слово. Значит, я хочу представить ведущую первой сессии Татьяну Всеволодовну Насенко, ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля Института Востоковедения РАН. Татьяна Всеволодовна, пожалуйста, берите бразды правления на эту сессию в свои руки, а мы будем вам помогать по мере сил. Спасибо. Здравствуйте все. Я очень рада всех видеть и приветствовать на этой нашей конференции. И надеюсь, что мы все получим удовольствие от ее работы. Я хочу, поскольку у нас нет первого докладчика, Михаила Шаповалова, еще раз обращаюсь к присутствующим. Может быть, появился Шаповалов? Я не нашла его в списках присутствующих. Нет, значит, мы переходим сразу к докладу Александра Ефимовича Лукшина из Института востоковедения, старшего научного сотрудника нашего отдела. Его доклад называется «Из истории советско-израильских отношений. Разрыв и восстановление дипломатических отношений в 1953 году. Причины и последствия». Пожалуйста, пожалуйста, Александр Ефимович. Включите, пожалуйста, звук, Александр Ефимович. Нажмите на микрофончик на вашем компьютере. У вас звук не включен. Сейчас слышно меня? Сейчас слышно, да, пожалуйста. Сейчас слышно? Сейчас слышно, пожалуйста. Так, спасибо. Итак, хочу сказать, что Израиль – это единственная страна, с которой Советский Союз дважды разрывал дипломатические отношения. Они были прерваны в феврале 1953 года и в июне 1967 года. В первом случае дипломатические отношения были восстановлены в короткий срок, в июле 1953 года. Однако обстоятельства и причины разрыва дипотношений 1953 года в литературе не уделено должного внимания. Последующие события на Ближнем Востоке оставили в тени, во многом заслонили драматические события, имевшие место в 1953 году. Целый ряд политических, идеологических и иных обстоятельств, присутствующих в отношениях между СССР и Израилем, впервые заявивших о себе уже в связи с казусом 1953 года, никуда не исчезли и последующий период. Все это позволяет говорить об актуальности избранной темы. Я вижу свою задачу прежде всего в том, чтобы рассмотреть политические и идеологические аспекты, оказавшие влияние на принятие решения о прекращении восстановления отношений 1953 года. Надо сказать, что три, очевидно, фактора отягощали отношения между Советским Союзом и Израилем в тот период. Это стремление Израиля укрепить отношения с Соединенными Штатами и с другими западными державами в первые годы существования и последующий период. Это положение, второй вопрос, это советские евреи, положение их, реакция израильской печати и израильской политических деятелей, выступление в Кнессете резкой критикой Советского Союза, а также нерешенные вопросы о советском имуществе в Израиле. Один из важных вопросов было ли решение в феврале 1953 года спонтанным ответом СССР на взрыв бомбы в дворе советской миссии или результатом заранее продуманных действий, была подлинная причина прекращения отношений зимой 1953 года.
Итак, 9 февраля 1953 года на территории советского посольства Тель-Авив взорвалась бомба. 3 сотрудника посольства были ранены. Здание миссии был нанесен ущерб. В тот же день израильское правительство выступило заявлением, в котором сообщалось, что потрясено и возмущено этим преступным покушением. В тот же день премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион выступил заявлением о взрыве бомбы, которую его охарактеризовал как мерзостью, совершенной в Израиле. Соответствующие ноты были направлены и президентом Израиля Исхак Бен-Цви. Он также осудил это преступное нападение. Ночью 12 февраля министр иностранных дел СССР, тогда им был Вышинский, принял посланника Израиля в СССР Ильяшева и вручил ему ноту советского правительства в связи с этим террористическим актом. В ноте отмечалось, что письма президента и МИД Израиля с извинениями является фальшивой игрой, преследующей цель замести следы совершенного против Советского Союза преступления. Имевший место теракт свидетельствует об отсутствии в Израиле элементарных условий для нормальной дипломатической деятельности представителей Советского Союза. Советское правительство отзывает посланника Советского Союза и состав советской миссии в Израиле, прекращает отношения с правительством Израиля. Советское правительство потребовало от израильской стороны, чтобы персонал миссии незамедлительно покинул пределы Советского Союза. 20 февраля 1953 года израильская миссия через советско-финскую границу оставила пределы СССР. И в тот же день, 20 февраля 1953 года, на турецком судне из Хайского порта отбыла на родину и советская миссия. Были отозваны из Израиля корреспондент ТАСС и представитель Совэкспортфирма. Интересы Израиля в СССР соглашалось представлять правительство Нидерландов. А защиту интересов Советского Союза в Израиле приняло на себя правительство Болгарии. Решено было оставить в Израиле представителя Российского палестинского общества при Академии наук СССР и Русскую православную духовную миссию в составе 6 человек. Со своей стороны правительства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии сообщили о готовности разорвать отношения с Израилем. Но в записке заместителя министра иностранных дел СССР Малика, направленной на имя Сталина, отмечалось, что в Москве считают нецелесообразным это подкреплять совместным выступлением со стороны дружественных нам стран. Этот вопрос не следует связывать с прекращением дипломатических отношений с Израилем. И в действительности, дальнейшее развитие событий апреля-июля 1953 года свидетельствует о том, что именно контакты советских и израильских дипломатов, представителей восточноевропейских стран во многом способствовали скорому восстановлению дипломатических отношений между двумя странами. Как известно, 18 мая 1948 года Советский Союз стал первым государством, признавшим де юре государство Израиль. Этим решением СССР стремился укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и подавать империалистические устремления и, прежде всего, влияние Великобритании. 26 мая 1948 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Первым посланником СССР в Израиле стал Ершов. 17 августа он вручил свои великие грамоты, а в сентябре приступила к работе израильская миссия. Посланником Израиля была назначена Голда Меир Сон-Мир. В время Первой арабо-израильской войны СССР оказал военную и политическую поддержку Израиля. Советский Союз рассматривал вооруженные действия Израиля как акт законной самообороны. А в мае 1949 года советская делегация на Генеральной Ассамблее ООН поддержала Израиль по вопросу о приеме в ООН. Тем не менее, вопрос о состоянии положения советских евреев в Израиле, советских евреев в Израиле все время будировался и вызывал дополнительное раздражение. 23 февраля 1952 года под грифом «Совсекретно» Громыко в записке, направленной Сталину, сообщал, что уже не впервые правительство Израиля ставит перед советским правительством вопрос о разрешении выезда евреев из СССР в Израиль. МИД СССР считает нецелесообразным поручить посланнику СССР в Израиле товарищу Ершову дать ответ по существу этого вопроса министру иностранных дел Израиля Шарету. Товарищ Ершов должен указать, что содержащиеся заявления правительства Израиля от 8 декабря 1951 года постановка этого вопроса является по существу вмешательством внутренних дел СССР, а также разъяснить существующего СССР общий для всех советских евреев порядок выезда из СССР. Напряженными отношениями между двумя странами оставались и 1951 год, и 1952 год. В телеграмме, направленной в МИД
новый временный посол в делах СССР в Израиле Абрамов указал на резкое изменение политики израильских властей, враждебное по отношению к Советскому Союзу выступление Бен-Гуриона. Он предлагал, Абрамов предлагал, что израильское правительство стало на путь, который несовместим с нормальными дипломатическими отношениями. Он спрашивал, не лучше ли повременить на некоторое время с отъездом посланника и одновременно дать понятие израильтянам о ненормальности в отношениях между СССР и Израилем по вине последнего. Израиль не получал никаких предупреждений о том, что ни по дипканалам, ни через советские СМИ о разрыве дипломатических отношений. И в Израиле это было воспринято как серьезное и неожиданное развитие политического процесса, вызывающего тревогу последствиями для Советского Союза. Тем не менее, именно дело врачей середины января 1953 года положило конец политической сдержанности израильского руководства. И 19 января в Кнессете Шарет, министр иностранных дел Израиля, заявил, правительство Израиля всегда рассматривало дружеские отношения с Советским Союзом как одну из основ своего международного положения и высоко ценило их значение для всего еврейского народа. С глубоким сожалением, беспокойством наблюдает оно за официальной развернутой Советского Союза и Советском Союзе антисемитской критической кампании. Правительство Израиля заклеймит в ООН из другой, любой другой трибуны травлю еврейского народа. Правительство Израиля будет еще энергичнее добиваться права на репатриацию для всех евреев. В январе и феврале 1953 года в газете «Давар» под именем Яриф публикует свои статьи Бен-Гурион, который резко критически относится к диктатуре Сталина и подобных, которой в России не было даже во времена правления самых реакционных и жестоких царей. Советскому правительству было известно, кто скрывается, кто был автором этих статей, и советское руководство не могло игнорировать эти публикации. Не смог скрыть свою тревогу и посланник Израиля в Советском Союзе Ильяшев, который опубликовал телеграмму, отправив телеграмму в МИД, писал, что поражен публикацией на обложке приложения газете «Давар» фотографии посла Израиля в СССР Мирсон в толпе, приветствующей его при московской синагоге, относящейся к октябрю 1948 года, и считает, что публикация фотографии дает почву для утверждения вовлеченности Израиля в шпионаж. Еще раз Ильяшев предостерег об опасностях, которые могут вызвать ухудшение отношений с СССР. И считал, что если у Израиля есть что-то сказать Советскому Союзу, то лучше все это сделать напрямую, а не в форме спонтанных заявлений. Но эти заявления Ильяшева не принимались во внимание. И Шарет выступил за проведение Всемирной еврейской конференции, которая должна пройти была в Цюрихе 10-12 марта 1953 года. Однако после смерти Сталина это решение было принято решение ее отложить. Очевидно, израильское руководство не ожидало, что Советский Союз разорвет дипломатические отношения с Израилем. Ведь невзирая в то время на острую идеологическую конфронтацию СССР с Югославией, жестокую критику Тита, как она тогда именовалась, с этой страной сохранялись дипломатические отношения. Не угрожало СССР и в самый разгар холодной войны порвать отношения с США, Великобританией и другими странами. Разрыв дипотношений между странами, которые не воюют с друг другом, считался и в то время делом необычным, исключительным явлением в системе международных отношений. Теперь же становилось очевидным, что отношение Советского Союза к Израилю определяется по другому стандарту, чем отношение к другим странам. Разрыв дипломатических отношений с Израилем был не только реакцией СССР на политику правительства Израиля, он был связан с внутренней политикой советских властей, делом врачей, с стремлением покончить с настойчивыми попытками Израиля установить прямые контакты с советскими евреями и организовать их эмиграцию. Смерть Сталина 5 марта 1953 года, сообщение от 4 апреля о невиновности кремлевских врачей, арестованных по сфабрикованным обвинениям, свидетельствовали о серьезных изменениях политики, в том числе по еврейскому вопросу. Открывались возможности для скорейшего установления дипломатических отношений. В тот же день, 4 апреля 1953 года, министр иностранных дел Шарет заявил в Нью-Йорке, что его страна будет приветствовать восстановление дипломатических отношений с Советским Союзом. В заявлении представителя МИД Израиля отмечалось, правительство Израиля надеется, что исправление допущенных извращений венчается прекращением антиеврейской кампании и будет приветствовать восстановление нормальных отношений между СССР и Израилем.
израильское правительство через дипломатические каналы и через иные каналы пыталось выяснить отношение СССР к вопросу о восстановлении отношений. Корреспондент израильской газеты «Арец» в Телеграме посольства СССР в США просил первого заместителя председателя Субмина Молотова ответить о позиции СССР по этому вопросу. По сообщению израильского посла Болгарии Разин, который был представителем именно Израиля в Болгарии, заявил тогда, что израильское правительство ищет путь, как обратиться к советскому правительству с предложением о восстановлении нормальных дипломатических отношений. Израильские дипломаты продолжили свои контакты прежде с советским послом Болгарии, и которому напомнили заявление миссии СССР в Тель-Авиве 10 февраля о глубоком сожалении и изменениями по поводу преступления в отношении миссии. В середине мая посольство Болгарии, представлявшее интересы Советского Союза в Израиле, заявило, что Израиль должен сам проявить инициативу и направить письмо с предложением о возобновлении дипотношений. 6 июля 1953 года министр иностранных дел Шарет обратился с письмом к министру иностранных дел Молотова, чтобы говорил, что правительство Израиля официально предлагает советскому правительству Союза Советских Социалистических Республик восстановить нормальные дипломатические отношения, которые были прерваны 12 февраля 1953 года. Израиль подтвердил свои заявления о том, что не будет участником какого-либо созыва или соглашения, преследующего агрессивные цели против СССР. В ответ на письме 15 июля Молотов сообщал, советское правительство со своей стороны также заявляет о желании иметь дружеские отношения с Израилем и считает возможным установить дипломатические отношения. 17 июля 1953 года одновременно в Москве и Иерусалиме было опубликовано сообщение о установлении дипломатических отношений между двумя странами. Посланником Израиля в СССР вновь был назначен Ильяшев. 1 декабря он вручил Молотову копии своих верительных грамот. 14 декабря Ильяшев вручил верительные грамоты председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову. Посланником СССР в Израиле был назначен Абрамов. Восстановление дипломатических отношений. Да, в результате расследования, проведенного израильскими властями, по взрыву советской миссии была скрыта группа террористов. Она состояла из 15 бывших членов Лехи. Александр Ефимович, у вас осталась одна минута, пожалуйста, да. Имейте это в виду. Вызывает вопрос, почему в этой ноте 6 июля 1953 года израильская сторона ничего не сообщала об этом преступлении. И отмечала, что проведенные результаты до сих пор не дали положительных результатов. Восстановление дипломатических отношений сняло наличие серьезных проблем, препятствующих улучшению отношений и усилению доверия Советского Союза и Израиля. Восстановление дипломатических отношений не привело к заметному улучшение взаимопонимания между двумя странами. Заявление обеих сторон о стремлении открыть новую страницу в отношениях реализовано не было. В этом отношении глава внешнеполитического ведомства СССР Громыко характеризовал их как корректные отношения, но прохладные. Но, тем не менее, дипломатические отношения между двумя странами сохранялись целых 14 лет. До укрепления влияния в этом важнейшем регионе Советский Союз был заинтересован в сохранении своего дипломатического присутствия в Израиле. В свою очередь, израильское правительство в своем стремлении к поддержанию развития политических, культурных, торговых связей с СССР значительно менее исходило из факта наличия в Советском Союзе одной из самых больших еврейских общин в мире, которая видела важнейший источник для изменения демографической ситуации и огромный резерв для иммиграции. Спасибо. Я закончил. Спасибо. Вы уложили свое время. Я хочу предоставить слово для... Я думаю, что мы, наверное, будем задавать вопросы и перейдем к обсуждению уже когда закончатся у нас доклады. Поэтому, пожалуйста, свои вопросы все запишите и держите при себе, и мы их зададим выступающим, поскольку у нас только два выступающих. После выступления Нины Абрамовны Семенченко с докладом, который называется «Из истории советско-израильских отношений. Израильский комитет защиты мира». Пожалуйста, Нина Абрамовна.
Нина Абрамовна, вы где? Здесь. Одну секундочку. Минуточку, пожалуйста, если можно. Угу. Мы вас слышим, пожалуйста. Вы знаете, когда я начала... и решила выступить с этой темой, я не знала, я не представляла, что она будет такой актуальной. И вы знаете, по идее, есть проблемы, которые, наверное, волнуют человечество надолго, и они всегда являются актуальными. И мое выступление касается одного из эпизодов в истории отношений между Советским Союзом и Израилем. Эти события, они касаются деятельности Комитета защиты мира. И об этом, для того, чтобы понять, о чем идет речь, хотелось бы напомнить вкратце об этой организации. После Второй мировой войны, когда стала возникать напряженность между Советским Союзом и США, угроза новой войны казалась вполне реальна, особенно после того, как США сбросили атомные бомбы на Хиросиму. Которая стала и перестала быть центром военного влияния в мире, и интеллектуали этой Европы стали беспокоиться о судьбе и самой Европы. Европы холодной войны. Нина Абрамовна, может вам выключить пока видео, потому что неустойчивое соединение, может быть, без видео будет лучше. Нина, мы тебя не слышим. Мы тебя не слышим. Попробуй выключить видео. Так, ну что у нас получается? Ничего у нас не получается. Я думаю, что Нина Абрамовна сейчас, может быть, и присоединится к нам. Ну, может быть, тогда... Если есть вопросы, Александру Ефимовичу зададим. Да, давайте тогда, давайте тогда вернемся к Александру Ефимовичу. Если есть вопросы, да, пожалуйста, Андрей Васильевич, пожалуйста. Да, Александр Ефимович, большое спасибо за очень интересное выступление. Меня слышно, надеюсь? Да. Да, слышно. Да, смотрите, вот вопрос совершенно конкретный. Вы назвали три фактора ухудшения отношений между двумя странами, между Израилем и Советским Союзом. Значит, стремление Израиля сблизиться с США, потом положение советских евреев, дело врачей. И третье, вы не успели об этом подробно сказать, это проблема советского имущества на территории Израиля. Вопрос такой. Как вы считаете, какой из этих факторов является наиболее весомым? Я вот, чтобы потом время не занимать, я хотел свою точку зрения очень кратко выразить. Мне как представляется, что как раз вот стремление войти в орбиту влияния США с соответствующими последствиями является наиболее важной причиной. И здесь я бы даже провел некоторую аналогию с охлаждением
советско-саузовских отношений где-то в конце 30-х годов. Хотя до этого отношения были относительно такие нормальные, относительно теплые, по крайней мере. Но потом в 1938 году американские геологи нашли нефть, США и Великобритания получили концессию на эту нефть и сделали все для того, чтобы удержать саудовцев в орбите своего влияния. Вот такой вопрос. Будет. Давайте сейчас вернемся к Нине Абрамовне, я предлагаю. Александр Ефимович, вы, пожалуйста, запишите этот вопрос себе, и мы его будем обсуждать по завершении выступления Нины Абрамовны. Договорились? Нина Абрамовна, пожалуйста, включите звук у себя. У вас нет звука, Нина Абрамовна, включите звук у себя. Нина, у тебя нет звука, включи у себя звук. Сереж, можешь сам включить, пожалуйста? Угу. Должно получить. Нина, нажми на микрофон, есть? У тебя нет звука. Есть, сейчас секунду. Есть, да. А теперь есть? Есть? Есть, есть, да. Да. Значит, ты, собравшийся в Польше интеллектуалы решили, считали необходимо создать новый организации, которая отличалась от организации, которая беспокоилась о мире на планете. И вначале было решено провести конгресс в Англии, но британское правительство не выдало большинству делегатам въездные визы. И решено было провести конгресс в Париже, но французские власти также не дали въездные визы делегатам из Китая, Польши, Болгарии и еще ряд стран. Поэтому было решено проводить параллельно два конгресса в Париже и в Праге. И 20... Опять нет звука. Что такое? Ну что такое? Сейчас есть, давай дальше. Нина Абрамовна, а может быть все-таки видео выключите, тогда с аудио не будет проблем. Нина Абрамовна, попробуйте. Ну давай-ка попробую. Выключи свое, нажми на свое это. Да, вот, попробую так. Значит, они проходили два параллельные конгрессы. Участвовали делегации из 72 стран и более 560 национальных организаций. И основная, и что интересно, что девиз конгресса был «Защита мира – дело всех народов мира». Эмблема конгресса была и голубка мира. И это известная белая голубка, которую держит в клюве. Нет опять звука. Опять нет звука, Нина. Ну, я не знаю, господа, как мы будем с этим справляться. Время проходит, а... Да, мы... давай. Что нам делать? Господ... Дмитрий Александрович, вы здесь? Да, я здесь. Я думаю, как вы считаете, что мы будем дальше поступать, потому что это бессмысленно? Я предлагаю Нине Абрамовне подключиться, попробовать. А может быть, тогда пока все-таки Александр Ефимович попробует поотвечать на вопросы? Да, давайте, давайте так сделаем. Нина Абрамовна, подключитесь, пожалуйста. Да. Александр Ефимович, включите, пожалуйста, микрофон. Нина Абрамовна, будет с интернетом проблемы. Мы это видим по Zoom. У вас интернет-соединение неустойчивое.
Надо переключиться, подключиться да. заново вообще к конференции. Попробую заново. Да, хорошо. Ну, мы вас пустим, сейчас обещаем. Да. Отключу. Да, пожалуйста, попробую заново все сделать, а мы пока поговорим да, с Александром Ефимовичем. Александр Ефимович, пожалуйста, будьте, да, будьте добры, отвечайте. Я думаю, что вы абсолютно правы, что самая главная проблема, которая создавала сложность в отношениях между Израилем и между Советским Союзом и Израилем, состояла в усилении стремления дрейфа Израиля в сторону Соединенных Штатов и других западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, что вызывало недовольство Советского Союза. Ибо Израиль создавался, прежде всего, получил поддержку Советского Союза именно как в надежде на то, что он будет союзником Израиля, союзником Советского Союза в политике на Ближнем Востоке. Но это очень скоро наступило разочарование. И другой вопрос, что для советских властей политика Израиля являлась не только внешним раздражителем, но и своего рода внутренним фактором, подрывавшим идею о созданном в СССР самом справедливом строе, когда Израиль выступал за иммиграцию советских евреев. Поэтому это все создавало очень сложные проблемы. И тем более, что с середины 50-х годов начинается советская политика на Ближнем Востоке резко меняется, значительно меняется. И Советский Союз начинает выступать активным, активно поддерживает арабские страны, их конфликте с Израилем, и переходит на сторону, и поставляет значительные партии вооружения Египта, Египту, а также и другим странам. Спасибо. Спасибо. Я хотела бы добавить по этой теме один момент. Да, конечно, дрейф Израиля в сторону Запада и объявление себя оплотом Запада на Ближнем Востоке, конечно, это не способствовало нормальным, гладким отношениям с Советским Союзом. Но что касается разрыва отношений в 1953 году, ведь здесь инициатором выступал Советский Союз, и поводом для этого послужил именно тот теракт, который был совершен на территории советского посольства в Тель-Авиве. А причиной этого теракта была та политика внутренняя, которая проводилась в сталинским режимом в отношении советских евреев. И тот накал борьбы с безродными космополитами, который достиг к январю 1953 года своего апогея, он как раз и послужил триггером для этого теракта. И здесь, в общем-то, коннотировать это с какими-то проамериканскими позициями Израиля довольно сложно. Это прежде всего все-таки причиной была внутриполитическая политика, внутриполитическая ситуация в СССР и те действия, те притеснения, те гонения, которые происходили в отношении евреев во многих отраслях, начиная от промышленности и высших каких-то руководящих инстанций до науки, культуры. И здесь, в общем-то, этот разрыв отношений как раз был связан с сугубо внутриполитической ситуацией и ответом на нее в Израиле экстремистских сил, которые организовали вот этот теракт. Вот это вот я хотела добавить в этом контексте. Вот видите, мнения ученых разошлись. Татьяна Селовна поддерживает, считает, что второй фактор был значительно более важным. Вот мы с Александром Ефимовичем как-то выделили первый фактор. Но к этой дискуссии можно еще вернуться. Просто не хочу. Я хотел сказать пару слов еще. Действительно, что стремление отодвинуть Израиль от вмешательства во внутренние дела советских властей в отношении евреев было очень важным фактором. Но одновременно еще до этого в отношении советской миссии в Тель-Авиве раздавались угрозы.
И в частности, об этом обращал внимание Ершов, что было получено письмо от израильских какого-то неизвестного лица, который обещал взорвать советскую миссию в Тель-Авиве. Так что это было очень сложно. Но самое главное, конечно, были причины. Здесь Татьяна Васильевна абсолютно права. Это была внутренняя ситуация в Советском Союзе, стремление выключить Израиль из вмешательства во внутренние дела, как считалось Советского Союза, вопрос о советских евреях. Тогда зимой 1953 года. Спасибо. Ну вот, какие еще есть размышления и какие еще есть по этому поводу вопросы? Пожалуйста, давайте в том, что касается выступления Александра Ефимовича, потому что я не знаю, подключилась ли к нам Нина Абрамовна и можем ли мы с ней сейчас связаться. Сейчас посмотрю. Так, что, где у нас тут Нина Абрамовна? Нет, что-то я ее не вижу здесь среди участников. Да, ее пока нет. Ее пока нет. Ну что тогда, как мы будем действовать в данной ситуации? У нас тогда исчерпана повестка дня этой секции. Нет, коллеги, мы можем, если... Дмитрий, может быть, если Нина Абрамовна тебе позвонит, например, по WhatsApp? А вот Нина Абрамовна запросила доступ, вот она заходит в конференцию. Она заходит в конференцию, поэтому я надеюсь, что со второго раза у нее получится. Нина Абрамовна, а вот у вас подключается звук, мы видим. Нина, ты с нами? Нина, ты меня слышишь? Да, включите слышишь? Звук. Да, Нина Браун, включите звук. Да, Нина, да, включи да. звук да. у себя. Я слышу вас. Я включила. Есть? Так, есть? Да, есть, мы тебя слышим. Попробуем еще раз. Еще один заход попробуем. Да, ну давайте я действительно тогда более сжато расскажу о том, что я хотела. Значит, мы остановились на том, что эмблему Всемирного совета мира нарисовал Пабло Пикассо. Это интересно, конечно. Был и президентом организации был избран известный французский ученый Фредерик Жюльо Кюри. 20 августе в Москве, в соответствии с после конгресса, после участия большой советской делегации, в Москве, соответственно, с решением Политбюро, был создан Советский комитет защиты мира. И если после конгресса, на конгрессе участвовала и большая израильская делегация, 15 человек. И обычно на этой, как правило, на этот конгресс избирались деятели на индивидуальной основе. Они не представляли ни партии, ни организации, естественно, ни правительственные организации. Но израильская делегация тоже, казалось бы, была избрана на индивидуальной основе, но на самом деле мы видим, что все представители были представители левых партий, именно коммунистической и МАПАМ. Были несколько интеллектуалов, и среди них поэт Александр Пен, Авраам Шлонский, но они тоже были связаны с левыми партиями. Таким образом, что и на первом пленарном заседании в Конгрессе израильский представитель Яары, он из МАПАМа, он сразу определил позицию израильской делегации, именно про советскую позицию. По возвращению после конгресса в Израиле начались переговоры о создании Израильского комитета мира. В этих переговорах участвовали не только левые
партии. И тогда в Мапам входили и Ашомер ха-Цаир, и Ахдут ха-Авода. Ну и даже и общесионисты, Тирним Клалим, и прогрессивные партии участвовали. Но поскольку их было в меньшинстве, они получили меньше места в руководящем органе Израильского комитета. И Израильский комитет, и в основном, основная деятельность комитета в первые годы это был сбор подписей под разными петициями, которые выдвигал Всемирный комитет мира. И без этой основные это были петиции за против применения ядерного оружия, против развития тогда еще ядерного оружия и против его распространения. И Да, к сожалению, вот этот интересный доклад мы слушаем очень отрывочно. Не получается у нас с устойчивого соединения, не получается устойчивого звука. Я не знаю, стоит ли нам продолжать в таком режиме. Организаторы, пожалуйста, примите какое-то решение. Так действительно. Дмитрий Александрович. Да, ну вот сейчас лучше стало, на мой взгляд, поэтому время позволяет. Все время обрывается. Дело в том, что мы смысла не улавливаем в том, что Нина Абрамовна говорит, потому что все время обрывается связь. Я не знаю, как у вас, у меня все время обрывается, и единого потока речи не получается, получается бессмыслица. Нет, это, конечно, тогда не очень интересно. Давайте попробуем действительно, знаете, как сейчас сделать? Вывести по WhatsApp, да, на громкую связь, Дмитрий. Да, можно? Если мы можешь, Луиза, пожалуйста. Значит, Нина Абрамовна, давай сейчас сделаем последнюю попытку. Сделаем так. Сейчас мы вас, вы выйдете из Zoom'а, ну или просто выключите, там, неважно, звук выключите, я вам сейчас выключу звук. Да. Вот, с вами сейчас Луиза свяжется по WhatsApp'у. И выведу вас по громкой на громкую связь. И на мы послушаем нормально. Если это не получится, вот это послушайте. То... А может быть, Нине Абрамовне предложить связаться по смартфону? На смартфоне но это то, что мы и делаем. Да, мы сейчас, мы сейчас просто WhatsApp удаем. Да. Нина Абрамовна, здравствуйте. Так. Я слушаю тебя, Луиза. Да, Нина Абрамовна, все, мы должны вас сейчас слышать. Дмитрий, слышите? Да. Нина Абрамовна, выключите, пожалуйста, Zoom, потому что эхо идет. Или отойдите от компьютера, а то я себя слышу. Ой, ну что ж такое? У меня выключен звук. Все, теперь лучше, да. Коллеги, вы слышите? Ну да, относительно слышно. Нина Абрамовна, выйдите, пожалуйста, потому что эхо. Сейчас мы это сделаем. Подождите, сейчас. Секунду. Все, вышло. Так, все, лучше что? Нам. Так, а коллеги. Теперь говорите. Нина Абрамовна, мы вас слушаем. Переговоры по созданию Израильского комитета были достаточно сложные, но тем не менее комитет был создан, и его первая акция это была сбор подписи под петицией, которую распространил Всемирный комитет защиты мира. И после первого сбора подписей оказалось, что более 300 тысяч
тысяч израильтян подписали на эту петицию. И, конечно, такое количество людей волновало правительство, потому что в то время, это год, это 52-й, 50-й год, когда еще 300 тысяч взрослых людей, которые подписали петиции, это была для Израиля достаточно большая масса. И в переговорах о создании такого комитета не участвовали ни разу и ни на каком этапе представители МАПАИ. И сразу видно было, что комитет мира, он, в общем, не совпадает, оно не совпадает с позициями правительства. Алло, меня слышно? Да, Нина Абрамовна, мы вас слышим прекрасно, да, все слышно. Да, и после того, как Израиль заявил официально о своей поддержке западных позиций США так сказать, он поменял свою позицию с восточной на западной, и в самом Всемирном совете изменились и отношения к Израилю. И вопрос стоял о том, как проблема Израильского комитета была в том, что он находился с одной стороны, и в комитет вошли в основном левые партии, которые были просоветские. Они поддерживали так или иначе позицию Советского Союза. И правительство Израиля отдалялось все больше от хороших отношений с Советским Союзом. Одновременно в связи с тем, что Израиль присоединился к Западу, и одновременно Советский Союз начал приближаться с арабскими странами. И комитет находился в такой ситуации, как бы всегда между молотом и наковальней. С одной стороны, он хотел показать свой патриотизм и свое беспокойство о защите мира и защите от угрозы любой войны для Израиля, для израильтян. С другой стороны, таким образом мог представиться как антиправительственная организация, и изменения не только в правительстве, но и в Израиле. Не всегда все было однозначно среди разных партий, среди израильтян в отношении к Советскому Союзу. И работа и любая акция, которую проводил комитет, она всегда была непредсказуемой. Поддержит ли общество петиции, которые сбор подписи, которые под которые собирал комитет, или нет? И в первом году, когда была вторая петиция Всемирного совета мира, опять-таки это было против ядерного вооружения, это уже и Корейская война, которой Израильский комитет выступал, естественно, против и вторжение США в Корею. И это было одновременно, когда израильское правительство приняло решение помогать американским солдатам в Корее, и когда американский генерал еще потребовал от Израиля участие израильских солдат в корейские войны. Конечно, ситуация была достаточно сложна, и петицию, который распространял Израильский комитет мира,
получила, конечно, и против американских агрессоров, и подписали петицию почти тон и более 450 тысяч человек, то бишь почти полмиллиона. Для Израиля это было очень большое количество, и правительство, конечно, начало волноваться и видело в этом не только возможность создания этими основными партиями, которые входят в комитет, то есть МАПАМ и коммунистические партии, не только возможности создания очень сильной оппозиции правительству. Но и они считали, что, по их мнению, это, так сказать, поиски Советского Союза и найти себе сторонников для своей позиции, для своей политики. И среди не только израильской общественности, но и во всем мире. И они считали, что Всемирный Совет Мира – это, в общем, так сказать, планы Советского Союза и распространить свое влияние изнутри в странах мира. Конечно, и правительство начало разные критиковать Израильский комитет мира и ему препятствия, и это было на все продолжение, и все продолжение все 50-е годы. Как, что бы ни делал комитет, и, конечно, он встречал очень сильные препятствия и критику со стороны правящих кругов, в первую очередь МАПАЙ. Но одновременно ситуация для Израильского комитета мира создалась еще одна проблема. То, что в Всемирном Совете были круги, которые не поддерживали Израиль, не выступали с критикой. Они заняли одностороннюю арабскую позицию, и поэтому они поддерживали любые заявления, любые призывы, которые шли с арабской стороны, и выступали против политики Израиля. Но одновременно, поскольку члены Израильского комитета не могли и не выступали резко против критику политики правительства, и в Всемирном Совете к ним относились достаточно негативно, вплоть до того, что даже не давали им возможность выступать на пленарных заседаниях, даже на секционных заседаниях. Это было в Дели, в Коломбо. Это, конечно, усугубляла ситуации комитета внутри Израиля, потому что в Израиле знали об этом, что их не пускают. Нина Абрамовна. Сейчас, у тебя осталась одна минута, даже с теми продлениями, которые... Нина Абрамовна, у вас одна минута. Да, и я поэтому хотела подчеркнуть еще один момент, который усугублял и усложнял ситуации в комитете, это разногласия внутри Израильского комитета мира. И разные позиции занимали Ашомер ха-Цаир, Ахдут ха-Авода, МАПАМ и коммунисты. И раскол был в МАПАМ, и, конечно, они после того, как Израиль начал поставки оружия из так называемого восточного блока Египту перед
тройственной агрессии. И, конечно, и политика Советского Союза, она вызывала и в самом Израиле, и среди создателей, учредителей комитета тоже большие вопросы и негативные отношения. И таким образом... Нина, твое время истекло. Заканчиваю. Твое время истекло. Заканчиваю. Да, и таким образом деятельность комитета израильского комитета совершенно ослаблась, почти на ноль перешла, а комитет представляли в последние годы только коммунисты. Спасибо большое, Нина Абрамовна. Ну, вот, останьтесь со мной еще здесь, чтобы, может быть, к вам будут вопросы. Хорошо. Первый раз я была говорящей головой. Интересный опыт. Товарищи, ну, у кого есть какие вопросы, какие-то замечания для того, чтобы обсудить этот доклад? Я, к сожалению, хочу сказать, что у меня тоже не очень хорошо работает интернет, и поэтому у меня тоже были какие-то совершенно провалы, поэтому я тут очень с трудом могу что-нибудь сказать. Но, коллеги, пожалуйста, может быть, есть какие-то комментарии и вопросы. Будьте активными, пожалуйста. Но если нет, то тогда я вынуждена просто завершить эту сессию, которая... А вот Ирина Викторовна. Ирина Викторовна. Пожалуйста, 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 Ирина. Немножко запоздала. Дело в том, что я не знаю, может быть, конечно, что-то я прослушала. Я извиняюсь. Нина, ты меня слышишь сейчас? Алло, Нина. Конечно, слышу. Слышишь, да? Вы знаете... Нина, у меня вот какой вопрос, может быть, я прослушала. Вот ты можешь сейчас хотя бы в двух словах сказать, вот на сегодняшний момент комитет этот защиты мира, он насколько актуален, нет? Что у него сейчас-то там происходит? Или это вот я прослушала, может быть, он уже давно, его там нет что-то? Скажи, пожалуйста, на сегодняшний момент, что с этим комитетом? Да. Момент, комитет как бы свернул свою деятельность, и помимо того, что Всемирный Совет Мира тоже свернул свою деятельность, и вы понимаете, и внутри, в разных странах есть какие-то организации, которые, естественно, выступают против ядерного вооружения, против гонки вооружения, но это нету головной организации, которая объединяла деятельность этих организаций. Локальных или национальных. Ну да, конечно, это же было сугубо советское явление, когда занимались борьбой за мир на международном уровне, когда существовал этот всемирный пресс защитников мира. И это все ушло в прошлое, давно эти все организации распущены, все-таки финансирование их осуществлялось главным образом за счет Советского Союза, за счет партийных денег, поэтому, конечно, когда все это закончилось, то закончились и эти национальные организации и их деятельность. Ну что еще, кто-то хочет что-то сказать, спросить, выяснить? Пожалуйста. Ну вот, больше вроде бы нет у нас по этим темам никаких замечаний, так что мы можем либо переходить дальше, либо, да, как скажут наши организаторы. Да. Мне бы, во-первых, хотелось сказать, что... Мне бы хотелось много что спросить, но практически нечего, потому что, мне кажется, та тема, про которую сейчас Нина Абрамовна говорила, она для меня, по крайней мере, достаточно новая. Мы как-то про эти вещи не очень говорили, и это само по себе интересно. То есть для меня та информация, про которую рассказывала Нина Абрамовна, была новая, я ее пока перевариваю, поэтому я, может, хотел бы спросить, но нечего. Надеюсь потом почитать статью, если получится, и выйдет статья, потому что, мне кажется, это важный аспект, про который
ну, в русскоязычной литературе не так много есть, если вообще что-то есть, честно говоря, я не знаю, так вот, чтобы вот как-то отдельно выделен, как кусок такой, да, не уверен. Нет, ну, в советское время об этом писали, это была известная совершенно тема, и, конечно, об этом много писали и в прессе, и в каких-то других работах, просто сейчас эта тема в последние десятилетия ушла, и поэтому кажется, что про нее нигде ничего не написано. А на самом деле это была очень популярная и вполне такая расхожая тема борьбы за мир, и комитеты, и советы существовали так, что во всех странах, так что здесь просто нужно написать историю этого вопроса, вот и все. Все, спасибо. Спасибо, я надеюсь, Нина Абрамовна справится. Татьяна Селовна, спасибо вам. Видите, у нас непростая сессия получилась. Михаил Сергеевич Шаповалов у нас не смог, видимо, принять участие, и как раз осталось время, в принципе, для его доклада как раз ровно, да? Ну да. Его нет. Потому что мы смогли справиться с техническими сложностями, все-таки Нина Абрамовна выступила, это очень хорошо. Коллеги, мы тут с оргкомитетом посовещались и решили, что раз, понимаете, в чем дело, у нас онлайн-конференция, и многие люди выбирают себе сессии, исходя из того расписания, которое мы задали. То есть у нас следующая сессия в 12:00 по Москве, и некоторые, кто не хотел слушать историческую сессию, хотели прийти на следующую, они как бы будут подключаться к 12 часам. В этой связи мы приняли решение, что мы не будем начинать раньше, чтобы люди могли следовать тому расписанию, которое у них есть. Лучше на 15 минут больше отдохнем, выпьем чаю, кофе, разомнемся, сделаем зарядку и с новыми силами, значит, примемся за работу. Поэтому, коллеги, мы с вами начнем, ну, давайте без 15, без 5 подходите, чтобы мы ровно в 12 по московскому времени уже прямо начали работать. Так что подходите. Следующее, я напомню, что следующая сессия с очень интересной темой «В поиске идентичности», часть первая. Ее проведет Луиза Романовна Хлебникова. Вот, подходите, у нас будет, будем надеяться, что у нас будет 3 выступления, но 2 я точно видел, Валерия Валерьевича Лудкова и Кузнецова Риту, я тоже точно видел среди присутствующих, да, поэтому 2 выступления у нас точно есть, может быть, и Салум Фирас Садык подойдет, так что встретимся с вами без 5:12, чтобы в 12 уже прямо начать выступать. Да. Коллеги, до встречи. Да, спасибо. Татьяна Селовна, спасибо огромное за модерацию. Спасибо вам огромное. Я пока запись приостанавливаю, чтобы зря пленку не тратить. Луиза, тебе спасибо. Нина Абрамовна, все отлично. Видите, все. Дорогие коллеги, гости нашего мероприятия, мы продолжаем нашу конференцию. Мы переходим к второй сессии нашего первого дня конференции. И сейчас мы с вами будем говорить о проблемах идентичности, поиске идентичности и ее восприятии, если все-таки первый докладчик появится, и о том, как она формируется. Меня зовут Луиза Романовна Хлебникова, я научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения и доцент кафедры иудаики ИСА МГУ. И я рада приветствовать вас всех. И мы сейчас начнем наше заседание докладом про еврейскую идентичность и современный израильский спорт. Доклад будет представлен Валерием Валерьевичем Лудковым, кандидату педагогических наук из Санкт-Петербургского государственного университета. Пожалуйста, Валерий Валерьевич, у вас 20 минут, как у всех сегодня в нашей сессии. Приветствуем. Добрый день. Приветствую всех с берегов Невы. Только что у нас выстрелила пушка с Петропавловской крепости, подтверждая, что 12 часов. И прежде всего хотел сказать большое спасибо за возможность общения в профессиональной среде.
пусть мы вынуждены снова быть только в Zoom. Надеемся, что рано или поздно мы все-таки сможем и встретиться лицом к лицу. И у меня есть презентация, сейчас попробую поделиться экраном. И сейчас... Да, мне нужно разрешение. Дмитрий, дай, пожалуйста, разрешение. Извините, пожалуйста, сейчас, секундочку. Да, ничего страшного. Да. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Да, сейчас, по-моему, должно получиться. Так. Видите мой экран? Да, пожалуйста, сделайте на весь экран. Да, 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 сейчас. Мы так лучше видим. Спасибо. Да, вот так вот. Отлично. Так. Как уже Луиза Романовна объявила, тема моего доклада будет посвящена еврейской идентичности и различным его проявлениям в современном израильском спорте. В качестве вступления хочу сказать, что в современной науке, социологии и истории уже постепенно вырабатывается консенсус в отношении того, что спорт выходит из сферы несерьезного и превращается в вполне легитимный, серьезный объект исследования. Но вместе с тем довольно малое количество ученых обращают внимание на эту сферу. И, на мой взгляд, израильский спорт, как и вообще мировой спорт, представляет достаточно возможностей для анализа, обобщений и представляет интересное поле научных исследований. Я постараюсь за время, отведенное мне, поделиться некоторыми своими наблюдениями и соображениями в этой связи. Я не буду долго останавливаться на исторической части, хотя это не все равно необходимо. Хочу сказать, что как многое в современной науке, интересные результаты, они находятся, во-первых, на соприкосновении различных сфер научного знания, в частности, востоковедения, израилеведения и в данном случае спортивной науки, спортивной истории, спортивной социологии. И в своей работе я опирался не только на данные научной литературы, но также и на личный опыт работы в Израиле, на профессиональных теннисных турнирах в качестве судьи международной категории, что дало возможность непосредственного общения и взгляда изнутри на то, как функционирует спорт в Израиле сейчас. Постараюсь этими наблюдениями тоже с вами поделиться. Кроме того, обрисую такую тему, которая часто выходит за рамки исследователей, внимания исследователей, как массовый спорт. Ну и основные примеры будут из профессионального спорта в Израиле. Краткий исторический экскурс. Мы не можем не говорить о том, что спорт в Израиле с самого начала был еще до образования государства Израиль в еврейской среде. Это было управляемое развитие спорта, это управляемый процесс. Задачей, по словам Макса Нордау, было создание нового еврея, идея Ягадута Шерим, мускульного иудаизма, появляется параллельно с похожими идеями Маскула Кристианити в Великобритании и в США. И создание нового сильного еврея сначала в Ишуве, а потом в государстве Израиль получило большую поддержку и истеблишмента политического. И в частности, довольно известный факт, что различные направления, общественно-политические, политические партии создали свои собственные спортивные структуры, Маккаби и Апоэль, наверное, были самыми традиционно сильными, либеральные сионисты и профсоюзы, но также нельзя не отметить ревизионистов, которые создали Бейтар, и религиозные сионисты Элицур. Эти четыре направления по-прежнему существуют, несмотря на то, что сейчас, конечно, некоторые границы размываются,
в организационной структуре спорта, но есть традиционные спортивные клубы. Первый пример, на котором хотел остановиться, это массовый спорт. На примере Иерусалима. В мэрии Иерусалима существует отдел спорта, и мне, когда я в 2019 году, еще до ковида, работал на профессиональном турнире в Иерусалиме, мне довелось познакомиться с сотрудниками этого отдела, и не только сотрудниками главного отдела, но и с очень интересным человеком, возглавляющей женщиной, возглавляющей отдел, точнее, подотдел спорта среди религиозных евреев, среди харидим. Эта женщина сама из среды харидим, у нее 8 детей. И надо сказать, что информация, полученная от нее, в общем, разбивает многие стереотипы. Потому что, да, мы знаем, что спорт в таком классическом понимании не популярен среди харидим, однако все равно, поскольку физические упражнения для здоровья не только не противоречат иудаизму, но и им поддерживаются, то подотдел спорта среди харидим находит какие-то возможности развивать идею о здоровом образе жизни, здоровье физических упражнениях через деятельность этого отдела. И буквально тезисно обозначу две необычные проблемы, с которыми сталкивается в деятельности этого подотдела. Во-первых, слово «спорт» в среде некоторых харидим абсолютно неприемлемо, потому что оно считается греческим, значит, языческим. Соответственно, говорить о физических упражнениях среди харидим нужно, не употребляя слово «спорт». Ну и вторая часть – это, конечно, раздельное занятия мужчины и женщины, и в том числе, согласно предписаниям Галахи, нужно некоторые упражнения недопустимы, поэтому приходится подбирать упражнения, рекомендованные частью женщинам, в соответствии с нормами иудейской религии и ее интерпретациями различными. Так что вот это такая очень интересная вещь, которая существует, правда, только в Иерусалиме, потому что, надо сказать, что есть еще подотдел спорта среди арабского населения тоже. Так что и среди массового спорта, то есть не настроенного на соревнования, как раз вот это работает, потому что, вот как раз по ее словам, этой женщины, упор делается именно на здоровый образ жизни, а не на соревнования или на проведение каких-то зрелищных мероприятий. Большая часть моего доклада я хотел посвятить тому, как идентичность и различные аспекты этой идентичности проявляются в профессиональном спорте. Два примера у меня из участия Израиля в Олимпийском движении. Начало олимпийского движения в Израиле относится еще к подмандатной Палестине, когда образовался Олимпийский комитет Эрец Исраэль. В силу различных причин участие в Олимпийских играх было возможно только после образования государства Израиль, начиная с 1952 года в Хельсинки. То есть там был дебют не только Советского Союза, но и Израиля. Такая историческая веха была в развитии олимпийского движения в наших странах. Первый пример, касающийся Олимпийских игр Токио 2020, которые проходили в прошлом году, в 2021, это участие Артема Долгопята, олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике и второго в истории олимпийского чемпиона Израиля. Дело в том, что этот спортсмен, он репатриант из Украины, из Днепропетровска, и у него еврейская линия по отцу. Соответственно, по галахе он считается не евреем. Когда он стал олимпийским чемпионом, то в прессе и в социальных сетях развернулась нешуточная дискуссия на тему, что именно
является определение эмоционального героя. Кроме того, он был признан спортсменом года в прошлом году. То есть это спортсмен, который выступает за команду Израиля, гражданин Израиля, но при этом он и его мать вышли тоже в прессу со словами, что ну да, мы, конечно, очень горды своим достижением, но вот, например, мы не можем, мой сын не может жениться в Израиле. Соответственно, такая вот была коллизия, которая получила такую довольно широкую медийную огласку. Опять же, вот это противоречие, точнее, не противоречие, а две разные грани вот этой идентичности и гражданской идентичности и гражданин Израиля, которым он, без сомнения, является, уже более 10 лет живет в Израиле. И в то же время по галахе, не еврей, соответственно, тоже возникают такие вот коллизии в современном израильском спорте. И второй пример олимпийских игр, прошедших в прошлом году, это сборная Израиля по бейсболу. Опять же, особенно левые газеты, такие как «Хаарец», можно сказать, просто набросились на эту идею, потому что на этот факт, потому что из 20 игроков 16 были жители США. Да, они получили израильские паспорта, но они не являлись резидентами Израиля и в большинстве своем не собирались жить в Израиле. И возник вопрос о допустимости вот таких вот... Опять же, да, у них без сомнения еврейская идентичность, но ставился под сомнение их израильская идентичность. В общем, это не новое, не уникальное для Израиля, для спорта явление, потому что такие же вопросы существуют, когда паспорта даются странами Персидского залива. У нас в стране то же самое было. Так что это вопрос такой сейчас в мире обсуждается и не только на примере Израиля. Но вот это была также очень такая яркая медийная тема. И последнее, даже такой вот последний раздел, я хотел бы остановиться на совсем недавнем событии, частью которого я был в качестве главного судьи. Это был турнир профессиональный теннисный в Тель-Авиве, Тель-Авив Оупен. 2022. Впервые с 1996 года турнир такого уровня проходил в Израиле. Призовой фонд около миллиона долларов. И удалось организаторам привлечь недавнюю первую ракетку мира Новака Джоковича, который выиграл турнир. Вот здесь вот на снимке. И этот турнир был интересен не только потому, что впервые за 26 лет такой крупный турнир был проведен в Израиле. Дело в том, что во-первых, за этим турниром стоял небезызвестный, наверное, тем, кто занимается еврейством и нашей диаспорой в Израиле, Михаил Мирилашвили, российский израильский гражданин, грузинский еврей, который получил образование в Санкт-Петербурге, врачебное, он врач по профессии, потом стал очень крупным бизнесменом. По некоторым данным, его состояние приближается к миллиарду долларов. Сложная у него судьба, можете посмотреть, я не буду сейчас на его личности останавливаться, но именно ему принадлежали права на проведение этого турнира. И он использовал этот турнир в качестве способа трансляции своего желаемого образа. А он сейчас, после переезда в Израиль в 2009 году, он все более и более транслирует образ религиозного еврея, возвращающегося к своим истокам, но и также мецената. Значит, все это было бы достаточно банально, если бы неделя проведения турнира не совпадала с Йомим Ноаим, не совпадала с началом турнира с Рош ха-Шана. В связи с этим возникли вопросы большие к организаторам турнира, как совместить требования международных регламентов с желаниями владельца турнира
как можно больше соблюсти нормы эпидемии. И я могу процитировать со словами Релашвили, сказанные им на пресс-конференции, когда ему задали вопрос, как вы объясните то, что на некоторые дни турнира не будет зрителей. Он ответил, что праздник – это святой праздник, выше любых мероприятий, и главное – это чтить праздник. Совершенно ясная позиция. То есть, несмотря на то, что это какой-то в результате ущерб в плане посещаемости, что произошло, что в понедельник, в воскресенье вечером начинался Рош ха-Шана, в понедельник и во вторник до 7 вечера было принято решение не допускать зрителей. То есть фотография слева показывает как раз матчи в понедельник, когда все зрители, которые на трибунах, это зрители, это не зрители, это фактически персонал, который работал на турнире. Вместе с тем, это решение было воспринято в теннисной и спортивной общественности Израиля очень неоднозначно. С одной стороны, Мирилашвили критиковали за то, что он навязывает свои религиозные представления зрителям, которые, может быть, совсем их не разделяют. А с другой стороны, что само проведение турнира в Святую Неделю является профанацией. Значит, и если он такой религиозный человек, то он не должен был вообще этот турнир проводить. Но здесь опять непонимание, наверное, того, что сроки проведения, они определялись вовсе не организаторами, а международным календарем, и поэтому выбора не было у организаторов. Но в то же время, значит, что произошло? Что вот эта фотография сделана справа. Где-то около 6 часов исхода праздника Рош ха-Шана во вторник. То есть сотни людей собрались у входа в Экспо для того, чтобы попасть, значит, на стадион, а доступ зрителей был в 7 часов. И была очень сильная, опять же, в основном со стороны левой газет типа «Хаарец», самые главные были критики там, которые говорили, что продолжалась дискуссия, насколько нормы религии могут определять всю жизнь в Израиле. Это не новая тема. Уже много лет дебатируется вопрос, можно ли играть в футбольные матчи в субботу. Сейчас в Израиле играют, но время от времени возникают разные коллизии. И вот с точки зрения проведения этого турнира изнутри, у организаторов были огромные проблемы с тем, чтобы найти персонал, на которые бы не оказывали влияние вот эти религиозные требования. В итоге речь идет о кейтеринге, о водителях, о службе безопасности. И в итоге решение было такое, что очень много было наших олим среди персонала, было достаточно много арабов, ну и также были не соблюдающие евреи, не буду говорить не религиозные, но не соблюдающие. И вторая сложность была традиционная, которая на всех теннисных соревнованиях в Израиле возникает. Это шаббат. Нужно было так спланировать соревнования, чтобы в пятницу закончить до наступления шаббата, а в субботу можно было играть только с половины восьмого вечера. Опять же, по мнению и по решению владельца турнира. Надо сказать, что тем самым он... Опять же, спорт – это пример того, как через спорт транслируется образ, желаемый образ, потому что это образ религиозного человека, образ человека, который поддерживает израильский спорт и поддерживает контакты с истеблишментом, потому что очень было сложно, со слов организаторов, избежать жалоб религиозных групп населения в правительство по поводу того, что разрешается такое крупное спортивное мероприятие в святые дни.
Валерий Валерьевич, да. Простите, пожалуйста, да. Перебиваю. У вас две минуты. Да, да, я как раз, да, у меня все так рассчитано, спасибо. Вот. Подводя итог, без сомнения, тезисных моего доклада, я бы хотел вернуться к достаточно известным вещам, что еврейская идентичность, она неоднородна, не гомогенна. В ней есть и этнические, и религиозные, также гражданские компоненты. Популярность спорта в Израиле делает его таким полигоном, на котором полем, на котором различные понимания этой еврейской идентичности попадают в поле зрения и общества, и средств массовой информации. Различные социально-политические силы используют его для достижения своих целей. Опять же, это ничего нового в этом нет. Смотрите, что сейчас происходит с Катаром, с чемпионатом мира по футболу. Прекрасный пример использования спорта в целях трансляции образа желаемого образа страны. Ну и последнее замечание – это, конечно, живой процесс. Все очень быстро развивается. И вернусь к тому, с чего начал. На мой взгляд, это интересный объект исследования. И я надеюсь, что я уже видел это в докладах, по-моему, завтрашней сессии про восприятие трагедии Мюнхенских игр 1972 года. Это действительно находится в поле зрения исследователей, это не может не радовать. И спасибо большое за внимание, и если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо огромное, дорогие коллеги. Спасибо вам огромное за ваш доклад, за ваше выступление. Мы, пожалуйста, все, кто хотят задать вопрос, комментарий, мы это оставляем на дискуссию. Сейчас мы переходим к следующему нашему докладу. У нас здесь будет выступление на тему «Между русским миром и Израилем. Политика идентичности бухарских евреев». И мы приглашаем к выступлению из Кубанского государственного университета Кузнецову Риту и независимую исследовательницу Кузнецову Надию. Натилья. Пожалуйста, простите, пожалуйста, немного. Пожалуйста, мы приветствуем. Если вы захотите нам показать презентацию, можете демонстрацию экрана. Я покажу, да. Я минуточку. Я извиняюсь заранее, у меня 5 часов утра, поэтому. Мы очень благодарны, что вы с нами, несмотря на такую огромную разницу во времени. Это очень приятно. Вот, сейчас мы тогда дождемся. Конечно, дождемся. Какую приверженность науке вы показываете нам? Спасибо огромное. Мы это очень ценим. Это очень приятно. Спасибо. Что через Zoom я не делала, так это демонстрировала экран. Окей. Хочу напомнить всем, что вы можете все, и мы все используем чат. Если вы не можете задать вопрос или не хотите по каким-либо причинам задавать голосом, вы можете написать вопрос в чат, и мы обязательно его зачитаем, или выступающий его тоже увидит. Так что, пожалуйста, пользуйтесь всеми средствами, которые у нас есть. Извиняюсь, секундочку, мне система пишет, что Zoom не может воспроизводить, прежде чем я закрою его и открою заново, если... Да, хорошо, мы подождем. Окей. Немного подождем. У всех у нас бывают технические сложности, ничего страшного. Мы, как видите, по первой сессии можем их преодолевать успешно. Да. Да, так это все очень уже и телефонами, и головой. Конечно. Да. Безусловно. Так что обязательно послушаем. У нас на кафедре иудаики как раз одна студентка пишет по бухарским евреям, поэтому я обязательно ей отправлю запись этой сессии. Так что спасибо. Особая будем благодарность от кафедры иудаики. Да, просто действительно, вот пока Натя готовится,
скажу, что вот тема такая достаточно интересная, и я просто в силу того, что часто бывала там в Америке и общалась конкретно с этими людьми, мне очень всегда привлекала вот эта вот их возможность себя показывать теми, какие они были, какие есть, и как это вот все воспринимается, вот это вот новое, что они приносят из Израиля, и то, что они взяли там в Америке, и вообще вот этот вот наш посыл каждого человека, когда он куда-то переезжает, перевести с собой вот этот свой дом, и как он там этот дом свой организовывает. Вот. Ну и Надя очень сильно мне помогла, потому что она в этом вопросе еще больше была задействована. И вот и многие части интервью и непосредственно ее еще наблюдения, они мне очень, конечно, помогли. Поэтому я даю право голоса ей, чтобы она это вот... Обязательно. Мы любим полевые исследования, это отлично. Я извиняюсь, секундочку, я пытаюсь на фото. Да, на полный экран было бы здорово. Угу. Ага. Есть контакт. Сейчас вы можете нажать так. На F5 просто попробуйте нажать. Да, на F5 должно сработать. Это на Macintosh работает? Нет. Вроде. Вы знаете, внизу в самом, где процент, это все слева есть, должна быть не именно в презентации, должна быть такая кнопочка. На весь... Попробуйте слайд-шоу нажать. Или так. Нет. Из первого слайда. О, отлично, идеально. Спасибо вам огромное. Интересно, я извиняюсь. За... У вас 20 минут, как у всех? Как Лидия Шаловна уже сказала, что доклад в основном основывается на полевых исследованиях, на включенном наблюдении и на интервьюировании, которые проводились нами в Нью-Йорке в течение нескольких лет, объектом которых была Бухарская община, конкретно в основном Нью-Йорка. Социальный статус исследуемых довольно разнообразный. Это мы общались с раввинами, с служащими прихожанами нескольких синагог, с представителями разных сфер бизнеса, и так далее, и тому подобное, с разными возрастными группами. Я также прожила более 5 лет в районе Рига-Парк и Форест-Хиллз, где поселилось большинство бухарской общины Нью-Йорка. И даже несколько лет проработала, занималась версткой в журнале, который выпускала одна из синагог. Вот. Рита Шаловна также несколько раз находилась в Кинси в Рига-парке, проводила интервью с членами общины и даже какое-то время жила с семьей одной женщины, с которой мы интервьюировали, Эстер Матартов. Значит, ну, касательно иммиграции и ассимиляции бухарских евреев, они массовые, в основной массе эмигрировали в США в 2 потока из Узбекистана. В 3 чуть-чуть можно сказать, потому что небольшая группа выехала в 70-е годы, но в основном 90-е и 2000-е. Некоторое количество семей также осели в Канаде и в Германии, и значительное число переехали изначально в Израиль, в основном в конце 80-х, 90-х, а впоследствии вторично эмигрировали в США. И по большой части вторичная такая эмиграция, она была связана в том числе с тем, что большое количество людей либо эмигрировали напрямую из США и имели родственников там в Израиле, либо остались изначально в Узбекистане, не эмигрировали сразу. И затем имели возможность выбирать, куда эмигрировать. Так, например, один из людей, которого мы эмигрировали, Михаил Кандов, у него старший брат эмигрировал в Израиль, сестра, прошу прощения, в Германию, сестра эмигрировала в Израиль. Он изначально остался в Узбекистане и ездил сначала на заработки в Германию, потом нарушил визовый режим и его оттуда выгнали. А потом точно так же несколько лет ездил на заработки в США. И только уже в середине 2000-х, как он сам в шутку выражается, по один из последних евреев в Бухаре, он с семьей эмигрировал в результате в Аризон, но сейчас живет в Нью-Йорке. Вот. У меня здесь представлена такая общая карта района Квинс, Борос. То есть если посмотреть, то 6-й, 8-й, 7-й, 8-й районы, то есть Рига-Парк, Форест-Хиллз, Флашинг и Фреш-Медлс – это основные районы, где поселилось большинство бухарской общины. Значит, некоторые бухарские евреи, которые изначально эмигрировали в Израиль, по другим причинам переехали в США, так, например, владелец мясного магазина кошерного в Квинсе, он, по собственному признанию, эмигрировал из-за проблем с законом, которых, правда, не уточнил, и до сих пор является невизным в США.
Интересно, что, несмотря на то, что более ранний поток иммигрантов с постсоветского пространства осели в Бруклине, в том числе и евреи, не бухарские, из России, Украины и так далее, лишь немногие члены бухарской общины там поселились. Отчасти это связано с тем, что они переезжали довольно сплоченной группой, и принимающая сторона, организация по миграции международная и местные организации НПО и еврейские организации помогли им поселиться более или менее плотно группой в одном-двух районах, и, соответственно, потом снова прибывшие опять же подтягивались туда же. И на данное время, насколько нам удалось выяснить, большинство, очень небольшое количество людей, которые поселились в других районах, это либо находящиеся уже на периферии общины, либо которые женились или вышли замуж за неевреев или за небухарских евреев, либо которые в силу каких-то профессиональных своих, с профессиональной деятельности там живут. У меня здесь фотографии нескольких бухарских синагог Квинс, основных. Значит, вот, я извиняюсь, почему? Синагога Орнатан, она одна из самых старых, значит, сейчас уже, к сожалению, этого здания не существует, они переехали в другое здание, но это вот синагога, в которой я работала лично конкретно, она ориентирована как бы на более старшую часть населения и как бы более народная считается, потому что две другие синагоги были построены богатыми членами общины, которые работают на 47-й улице, поэтому там немножко другой контингент. Значит, касательно языка, на котором говорят бухарские евреи Нью-Йорка, они изначально билингвальны, и большинство с членами общины и как разговаривают как на бухарском, так и на русском. Вот. И при этом старшее поколение зачастую предпочитает бухарский язык, который считает родным. А молодежь, особенно те, которые родились уже в США, в основном в то время как понимают и немножко говорят на русском, в меньшей степени на бухарском, но английский по факту является для них родным языком. В большой мере это связано с образовательной системой, потому что даже большое количество людей, которые посещают религиозные школы, ешивы, посещают ешивы, которые не были открыты. То есть бухарская община, на самом деле, только одна школа, и она достаточно недавно существует, которая в то же время все равно не преподает бухарский язык. Соответственно, основной язык, на котором они общаются со своими родителями, это английский. А с другой стороны, большое число таких людей, которые учились в ешиве, достаточно хорошо говорят на иврите. Вот. И даже пишут и читают. Извиняюсь, секундочку. И в связи с такой мультилингвальностью во многих семьях разные поколения разговаривают друг с другом на разных языках. Так, например, одна из семей, с которой мы общались, семья Хияевых, старшее поколение 55-60 года рождения, они между собой говорят на бухарском и на русском языках. Дети между собой разговаривают, то есть 79-го, 81-го, 85-го года рождения, между собой разговаривают чуть-чуть на бухарском, достаточно много на английском и на русском. А внуки, которые уже родились после 2002 года, и все учились и учатся в ешивах, между собой общаются на английском, с родителями тоже зачастую на английском, чуть меньше на русском. Вот. И в большинстве достаточно хорошо знают еврейский. При этом старшие члены семьи стараются с внуками разговаривать на русском и на английском языке, на бухарском языках, потому что по собственному признанию главы семьи Хияева, он хочет, чтобы внуки знали родной язык. Правда, в данном случае он затрудняется уточнять, какой из между бухарским и русским он может назвать родным. В то же время старшее поколение не знает иврит, они эмигрировали напрямую из Самарканда в США, но несколько лет назад я даже купила квартиру в Тель-Авиве, и они регулярно ездят в Израиль. В отличие от бухарских евреев, эмигрирующих из Узбекистана, которые не читают на бухарско-таджикском языке, многие люди из Таджикистана, эмигрившие, достаточно хорошо читают и могут даже писать чуть-чуть на языке. И свободно говорят не только на бухарском, но и понимают хорошо таджикский. Как пример могу привести
В Квинсе издается при двух из трех синагог свои печатные издания. Центральная синагога издает газету Bukharian Times, она чуть более светская. Она издается на русском и на английском языках частично. И синагога Рантан издает журнал под названием «Дружба», которому больше 30 лет. Он такой довольно советского типа, но он издается полностью на русском языке, за исключением рекламы. Вот, и он более религиозно направлен. Вот. И, как я уже сказала, в основном язык издания этих русский. Но иногда, например, в поздравлениях или некрологах, люди, особенно из Таджикистана, публикуют часть текста или стихи на бухарском языке. Вот. И в основном эти люди, насколько мне известно, они именно из Таджикистана. Люди, бухарские люди из Таджикистана практически никто не может писать или читать. И также человек, как единственный, который может вычитывать такие тексты для журнала, она также иммигрантка из Таджикистана, родилась в Душанбе. Ее зовут Зинаида Приева. Вот. То есть получается, что большинство бухарских евреев из Узбекистана, они говорят на бухарском, но не пишут, не читают. И они, в отличие от таджикских бухарских евреев, не говорят, не понимают узбекский. В значительной степени роль языка, которого они воспринимают как родной, также немножко зависит от того, из какой части Узбекистана люди мигрируют. Например, выходцы из Ташкента более свободно и грамотно говорят по-русски, и они даже так в полушутку отзываются с некоторым пренебрежением об выходцах из Бухары, особенно из Самарканда, как бы считая их сельскими людьми. Интересно, что большинство, особенно людей старшего поколения бухарских евреев, которые эмигрировали сначала в Израиль, достаточно плохо, если вообще знают иврит, и тем более пишут или читают на нем. Значительная часть степени, насколько я поняла, это основано, исходит из того, что в Израиле большое очень количество русскоговорящих из бывшего Советского Союза, то есть никогда на несколько лет, которые они там находились, им не пришлось. Не было необходимости жестко учить язык. То есть зачастую среди иммигрантов, которые получили образование в США, люди знают иврит лучше, чем те, кто жили в Израиле. Люди, которые хорошо изучили иврит и свободно до сих пор не говорят, в основном приехали в Израиль в раннем возрасте, в молодости. Например, одна из семей, с которой мы общались, Мататовы, они эмигрировали в Израиль в начале 90-х годов, в возрасте 22-25 лет. И жили там достаточно долго, до середины 2000-х. Они, вся семья хорошо читает, пишет, свободно разговаривает на иврите. И одна из немногих людей, с которыми мы общались, которая хотела бы вернуться в Израиль, это именно вот Эстер Мататова. Другая группа людей, которые хорошо знают и понимают иврит, это люди, которые начали его учить в Ешиве, потом по профессиональным причинам продолжали пользоваться языком. Так, например, на 47-й улице Бриллиантовом районе, так, большинство которого на самом деле состоит из еврейских различных общин Нью-Йорка. Люди, с которыми я имела возможность общаться, то есть которые начали учить иврит, бухарские именно люди, в ешивах в Нью-Йорке. И потом, в силу того, что у них партнеры в Израиле, и они периодически туда ездят, продолжили и на данный момент свободно говорят на иврите. Хотя немногие умеют грамотно читать и писать на нем. Отчасти отношение такое специфическое как к языку, так и к государству израильскому у них, и вторичная эмиграция, можно сказать, основывается на том, что они очень плохо ассимилировались на самом деле в Израиле, и опять же отчасти в силу того, что им Израиль принял огромное количество эмигрантов, но особых льгот, которых они ждали, они не получили там. В сравнении там с США, здесь проводилась иммиграция организации, Международной организации по миграции, с которой какое-то время работала, правда, не с еврейской общиной. И они достаточно хорошие предоставляли условия, они помогали, местные некоммерческие организации также помогали им устроить детей в школу, пройти курсы языка и так далее и тому подобное, даже показывали некоторую финансовую помощь. Касательно одежды, которую носит большинство. В данной ситуации мы будем говорить о религиозной, именно как бы глубоко религиозной, соблюдающей достаточно строго
Извини, у тебя презентация, ты можешь... Okay, я извиняюсь, увлеклась. Что там самое красивое, что... Да, сейчас, самое красивое, да. То есть здесь чуть-чуть у меня фотографии некоторых домов, которые строят, в основном достаточно богатая часть общины, которые работают, занимаются продажей золота и бриллианта. Вот. Забавно то, что даже статья была в «Нью-Йорк Таймс» насчет того, насколько роскошные и отчасти немножко безвкусные дома они строят, потому что... То есть вот человек, например... изображение справа вверху полностью выложил дом голубым мрамором. То есть завез его детали, безумных, видимо, это стоило денег, но вот. Также много очень ресторанов именно в Рига Парк, Forest Hills, Queens, которые ориентированы и открыты членами бухарской общины, в основном кошерные, гладкошерные рестораны. Вот. Ну, такие есть забавные, например, чебуречных несколько вот, и так далее. Значит, касательно костюмов, вот мы можем посмотреть. Члены бухарской общины, изначально у них костюм очень сильно как бы слился с узбекским костюмом. То есть не было какой-то конкретной формы, да, которой, одежды. И после эмиграции они заимствовали какие-то вещи у израильтян, а другие у хасидов и у хабатников. То есть, к примеру, религиозные женщины, которые в Узбекистане покрывали голову после замужества, покрывали ее платком, как вот мы видим здесь. Да, это фотография, правда, уже из Тель-Авива, ранних иммигрантов, но здесь они все еще одеты именно по тому типу, как было принято в Узбекистане. Вот. А уже после переезда, особенно просто после эмиграции в США, они начали носить различные головные уборы, то есть головные уборы, которые приняты у израильтянок религиозных, разных форм. Некоторые просто одевают обычные шляпы или береты, и некоторые также носят парики, как ультраортодоксальные хасиды. Вот. Иногда, на самом деле достаточно часто, смешивают несколько форм. А покрытие головы, в зависимости от обстоятельств, например, дома или в быту используется платок или шляпа, а для торжественных случаев парики, которые достаточно дорогие. И при этом на праздниках в бухарских синагогах также можно купить наряды, которые они называют джума. Вот здесь мы видим это празднование Песаха в начале 2010-2012 году. Значит, он сделан по узбекскому немножко, по узбекской форме, да, декоративный праздничный наряд, который сшиты мужские из бархата или из атласа, очень хорошо расшиты, женские делаются зачастую из более таких декоративных тканей, типа органзы, вывозятся они как из Израиля, так и из Узбекистана привозятся. Ну, вот, и такие наряды принято дарить молодоженам или маленьким детям. Вот, значит, касательно религии, большинство бухарских евреев не придерживаются, придерживаются сефардских традиций и достаточно консервативных взглядов, и замещают собой как обычаи, привезенные из Узбекистана, так и заимствованные некоторые детали в Израиле и даже у социальных ашкеназских евреев. И при этом они считают себя сефардами, но утверждают, что отличаются от других сефардских евреев, правда? С точностью никто из тех, с кем я имела возможность общаться, не мог мне детали рассказать именно этих отличий. И значительное влияние на религиозные взгляды и практики бухарской общины также оказал хабат-любавический хасидизм, который был как бы представлен, начиная с ранних подпольных религиозных школ в советское время в Узбекистане, так, например, приводится пример Купер, я так насколько помню, раввин Эммануэль Шимонов, который одно время был главным раввином Самарканда. Он именно начальное свое образование получил от хабат-любавических иудеев. Вот. А в 80-е и 90-е, особенно годы после распада СССР, представители Хабада довольно активно работали в Узбекистане. И в то время как очень небольшое количество бухарских евреев считают себя хабатниками, многие, особенно русскоязычные,
и в основном, основной язык которых русский, слушают и лекции, и толкования, и читают хаббат лубавичских раввинов. Так, значит, здесь у меня представлено это Симхат Тора, праздник, на котором я имела возможность сделать фотографии. Вот, и вот здесь как раз представлены разные типы головных уборов, потому что, как вы видите, то есть здесь есть и достаточно ярко выражены узбекские тюбетейки, и кипы, и просто человек как бы в шляпе, покрывающий голову. Значит, касательно брачных стратегий, большинство членов общины женятся на бухарских евреях из той же общины. Гораздо реже из других общин разных штатов. В основном большая община находится во Флориде и в Аризоне. Вот. Браки между бухарскими евреями и евреями других деноминаций достаточно редки. Вот. И до сих пор к ним относятся с некоторым подозрением. И большинство таких смешанных браков – это либо второй брак, либо брак в семьях, где не слишком поддерживают традиции. Но они также немногочисленные. То есть один из примеров – это вот вышеупомянутый Михаил Кандов, который сам женат на бухарской реке, но сын его, живущий в Аризоне, женился на чеченке, более ранней эмигрантке, она не говорила, 80-е годы, которая, правда, приняла гири. Вот. Еще один пример – это та же семья Хияевых, которая владелец очень крупного бизнеса на 47-й улице. Там старший сын женат на бухарской еврейке, средний сын на еврейке смешанный ашкеназский, и марокканского происхождения, а младшая дочь замужем за горским евреем. Ну, один из очень любопытных примеров смешанного брака – это раввин синагоги Натан, раввин Нахум Кази, вот, который в первом браке был женат на бухарской еврейке, но, как бы, судя по сплетням, брак оказался очень неудачным. И он на такой степени подорвал репутацию свою в общине, что, несмотря на свою общественную деятельность, на то, что он раввин, собственно, синагоги, ему пришлось жену искать абсолютно вне общины, то есть даже не вне общины города, а вообще вне бухарской общины Америки. И в результате вторым браком он женился, вот здесь она показана, на русской еврейке из Подмосковья, которая в девичестве Юлия Чижик, вот, сейчас Яэль Казиева. Вот вам, кстати, показан пример, это именно женские джума, которые они привозят. Опять же, вот Симхат Тора особенно отличается тем, что там проводят достаточно обширный аукцион разных религиозных объектов, то есть они продают мезузы, они продают какие-то более свои этнические моменты, типа тех же джума и так далее. И вот несколько фотографий с так называемой 47-й улицы Бриллиантового района, где тоже очень большое количество людей из общины работают и открывают бизнес. Даже имеют своих несколько кошерных ресторанов, именно открытых бухарским евреям. Значит, касательно политических взглядов, бухарская община Нью-Йорка своя достаточно консервативная и поддерживает республиканскую партию, но в то же время с политической точки зрения евреи-клинцы очень пассивные. И мало кто из них голосует даже на президентских выборах, уже не говоря о местных выборах. И в отличие от, например, хасидов европейских, которые живут в Бруклине, которых очень зачастую раввины мобилизуют голосовать. То есть собирают и, грубо говоря, ведут. Большинство членов общины, несмотря на то, что, допустим, тот же раввин Казиев, я была свидетелем несколько раз, значит, достаточно агрессивно, значит, поддерживал в том числе Дональда Трампа, вот, они очень редко переходят от слов к делу. В случае последних президентских выборов важно добавить, что, несмотря на то, что с Израилем отношения у них смешанные, то есть все любят Израиль, но мало кто хочет, даже те, кто жили там, вернуться туда, одна из причин, почему они ни в коем случае не готовы поддерживать демократов, это именно сложные отношения с государством израильским. То есть в данном случае произраильская политика, ну, по крайней мере, на словах Дональда Трампа, она сыграла достаточно большую роль. Единственный известный мне случай, когда бухарский еврей из общины Нью-Йорка баллотировался на какие-либо выборы, это молодой человек по имени Давид Аронов, который
в городской совет City Council в Балтиморе в 2021 году от 29-го округа, то есть, соответственно, Ига Парк и Форест Хиллз. Значит, согласно его интервью, Бухарская община Нью-Йорка, ну это на самом деле подтвержден факт, никогда не имела своего представительства в местном правительстве. И он надеялся, что община, которая была, которую он описал как племенную и очень сплоченную, преодолеет свои консервативные взгляды, потому что он баллотировался именно демократической партией, что достаточно шокирующе. И он надеялся, что им, как бы, они преодолеют свою консервативность, чтобы иметь наконец представительство в местном управлении, но однако он даже не прошел предварительные выборы. И в итоге, по иронии, выиграла выборы демократ Линн Шульман, который также является представителем ЛГБТ. Вот, то есть, в принципе, все, что достаточно для бухарской общины, практически неприемлемо. Простите, пожалуйста, переношу свои извинения. У вас одна минута. Почти заканчиваю. Значит. То есть один еще редкий случай плодотворного сотрудничества с местным демократическим правлением – это тоже Казиф, который, несмотря на очень консервативные взгляды, очень долго поддерживал хорошие отношения, до сих пор поддерживает с городским советом, в том числе с бывшим членом городского совета Карен Касловиц, которая польская еврейка, демократка, которая при этом неоднократно была приглашена на мероприятия, синагоги, присутствовала на разных праздниках и так далее. В заключение хотелось бы сказать, что особенность ассимиляции бухарской общины в США именно в том, что они привезли с собой традиции и уклад из Узбекистана и в то же время адаптировали некоторые обычаи, как бытовые, так и религиозные, у израильтян и у ашкеназской общины Бруклина. И важным фактором является то, что бухарские евреи на самом деле находятся изначально как бы на периферии еврейского сообщества, и как и израильтяне, так и ашкеназы не ставят их еврейство под сомнение. И в результате члены бухарской общины оказались в некоторой степени изолированными, до сих пор сохраняются некоторую автономность. То есть они посещают только бухарские синагоги, и вне профессиональных отношений они очень редко поддерживают контакт с евреями других деноминаций и даже с неевреями. В то же время, и в основном в силу своей глубокой религиозности, они, в отличие от других иммигрантов из постсоветского пространства, не интегрировались в русскоязычную общину, в том числе Бруклина, которая очень обширная, и которая включает в себя как евреев, более ранних в основном мигрантов из России, Украины и прочего, так и неевреев, там, грузины, русские, украинцы и так далее. Вот вам еще представлены некоторые виды печатных изданий, которые издаются именно вот в основном при синагогах Нью-Йорка, то есть англоязычный, я извиняюсь, журнал «Шалом», издается для молодежи при той же синагоге «Рантан», «Бухариан Таймс», это газета, которую создает центральная синагога Квинса, «Рантан» даже выпустили сефардскую «Агаду» для своей общины. Они выпустили два варианта. Здесь англоязычный, то есть это вариант, который на английском и иврите. Существует также вариант на русском и иврите. Вот. И один из таких интересных примеров просто отношений с гендерными моментами. Малика Калантарова – это заслуженная артистка Таджикистана и СССР. Дочка, сын которой прошел операцию по смене пола, что было очень большим фурором в бухарской общине. То есть Малика, к ее, надо отдать ей должное, она очень хорошо, она оказала очень сильную поддержку, потому что отец и старший брат полностью прервали общение с ним. И вся община достаточно, так, с подозрением, то есть они достаточно лояльно относится из уважения к ней, потому что у нее достаточно высокий статус. Но при этом, конечно, понятно, что с членами общины отношения у него разорваны. Вот Артур, которого сейчас Самира, и на этом мы заканчиваем. Уложилась. Да, спасибо вам огромное. Спасибо огромное за ваше выступление, за презентацию, за представление ваших действительно полевых исследований бухарской общины Нью-Йорка. Спасибо огромное. Дорогие коллеги, у нас есть время на дискуссию. Пожалуйста, задавайте вопросы, комментарии. Может быть, у Елены Эдуардовны есть какие-то вопросы, комментарии, у других наших дорогих коллег. Прошу.
полемика крайне важна. Вот, можно тогда я пока думаю, просто вот вопрос Валерию Валерьевичу. Я, может быть, прослушала, вот когда говорили о спорте, мне очень интересно, там как вот этот гендерный вопрос, особенно таких достаточно религиозных государствах, он особенно остро стоит, да? Насколько вот женщины активно в спорте участвуют? То есть мы знаем, что они обязательно должны проходить военную, там, военнообязанные, да? То есть у них много каких-то других обязательств наравне с мужчинами. А вот в спорте они представлены? Потому что я услышала, я не увидела. Вот, может, я просто что-то не усмотрела. Спасибо, Рита, за вопрос. Он, действительно, у меня гендерная сторона входила сейчас в объем моего доклада, но я могу ответить так. Речь идет о секуляризированном населении Израиля, то спорт популярен. Достаточный пример, опять же, если Олимпийские игры говорить, то не только Долгопят выиграл золотую медаль, но и Леора Шрам в художественной гимнастике, в теннисе, который я знаю лучше любого другого вида спорта. Популярность большая по всему Израилю, и играют и девочки, и женщины, и в команде Израиля. Такой вопрос, в принципе, как бы не стоит вот именно среди секуляризированных евреев, а среди евреев соблюдающих. Вот такой интересный факт, может быть, касающийся не Израиля, но я хотел бы вот также привести пример, как меняются времена. Такая фирма, как Adidas, всемирное производство спортивного инвентаря, еще до ковида выбрала в качестве одного из своих лиц рекламной кампании ортодоксальную еврейку из США, которая занимается марафоном. И она вот среди послов Адидаса в мире. То есть вот такой вот... И такие примеры тоже есть. То есть вот нельзя говорить, что ортодоксальные евреи, в принципе, не представлены. Да, это достаточно маргинальная, наверное, их роль, но вот пример Адидаса очень показателен. Вот такой у меня ответ. Спасибо большое. Валерий Валерьевич, вот продолжая эту дискуссию по поводу харидим и спорт, вы просто, если я правильно записала, во время своего выступления сказали то, что основной фокус как у харидим, так и у израильских арабов – это не спорт для здоровья, а не для соревнований. Это внутренний выбор или внешние обстоятельства влияют на это, если я правильно поняла ваш тезис? Прокомментируйте, пожалуйста. Это такой микс. Смотрите, во-первых, я поправлюсь, может быть, я недостаточно точно выразился. Речь шла, конечно, о харидим, потому что, что касается арабского спорта, это отдельная тема. И как раз-таки арабы в израильском спорте намного более представлены, в особенности в футболе. Так что это отдельная тема, действительно очень видны, и для них никаких проблем с соревновательностью нет, даже была, уже нет такой исламская футбольная лига Израиля, даже была в какой-то момент, несколько, 10 лет существовало. А что касается харидим, то это выбор, как сказать, внутренний, он задан общиной, то есть поскольку соревнования подразумевают, ну, по крайней мере, соревнования с другими, не религиозными, они подразумевают то, что есть зрители разного пола, в смысле, другого пола. Это уже первое препятствие. Потом спортивная одежда – это тоже такой серьезный фактор. Так что это... Выбор обусловлен традициями общины, и, конечно, я не буду говорить, что
и только из-за того, что существует подотдел спорта для харидим, спорт для харидим находится на таком же уровне развития, как и для секулярных евреев. Конечно, нет. Это выбор общины, когда, опять же, речь идет об иерархии ценностей и ограничениях, которые накладываются религии и, я бы сказал, не забывать, конечно, традиции. Хотя это очень трудно отличить, где заканчивается религия, начинается традиция. Не знаю, ответил я на ваш вопрос, но вот я попробовал сформулировать свое понимание. Да, спасибо огромное. Да, ответили. У меня, если можно еще, я могу задать вопрос? А, конечно, да. Госпожа Кузнецова. Госпожа Кузнецова, если можно. Зоя Ханин, университет Бар-Илан. Я, во-первых, огромное спасибо за ваше крайне интересное сообщение. И интереснейшая комбинация включенного наблюдения, полевых исследований, нестандартных выводов. Спасибо огромное. Я бы попросил уточнить, если можно, по поводу двух моментов. Первое – это и все же, когда мы говорим о бухарской еврейской общине в Соединенных Штатах, какой модели идентичности, скажем так, они в большей степени, какую из этих моделей они усваивают? Это то, что, как принято в Израиле называть сефардская еврейская идентичность, русские сефарды так называемые, они в большей степени часть транснациональной русско-еврейской диаспоры, или мы можем говорить об отдельной бухарской идентификации еврейской, и все остальное это просто наносное. Это первый момент. И второй момент, вы говорили о неком выборе бухарских евреев как избирателей. Можем ли мы говорить о том, что они, это их выбор просто как граждан Соединенных Штатов, или мы можем говорить о некой организованной бухарской еврейской общине, которая примыкает к той или иной политической партии в США? Спасибо за вопрос. Касаемо первого вопроса модели идентичности, на самом деле, как бы, по крайней мере, из того, что мы наблюдали, нельзя сделать таких однозначных выводов, но можно с твердой уверенностью сказать, что они, как бы, считая себя сефардами, разумеется, они все равно всегда подчеркивают свою обособленность, даже внутри, как бы, сефардских евреев. То есть одновременно можно, да, действительно, на самом деле, потому что они, да, они всегда подчеркивают, они даже, вот вы видели на иллюстрациях в синагогах, они используют торы, заказывают, которые в Израиле, то есть только сефардские, и, как бы, опять же, надеюсь, с сефардским евреем они навсегда очень четко обозначены. При этом, да, то есть все, особенно, как бы, люди, которые активны в религиозной деятельности, в том числе и раввины, как бы, за исключением тех редких случаев, когда, на самом деле, я встречалась с парой людей, которые именно последователи Хабад-Любавического движения, то также в бухарской общине. Одного человека такого я хорошо знаю, его зовут Лазарь Борохов, он тоже, как бы, начал изучать именно закон, который именно у хабад-любавических евреев еще в Узбекистане, и потом уже продолжил, как бы, и до сих пор считает себя хабадником. Вот. Но да, они на самом деле можно сказать, как бы, что да, они считают себя сефардами. С таким уклоном, да? Да, ну, как бы, внутри сефардского движения они все равно им нравится подчеркивать свою обособленность. Ну, как я уже говорила, это отчасти, по крайней мере, судя по всему, исходит из того, что им все время приходится доказывать свою еврейскость другим еврейским общинам, как Нью-Йорка, так и Израиль. То есть они находятся в некоторой степени на периферии. И особенно, как бы, я так понимаю, что это достаточно четко было выражено, когда они начали эмигрировать в Израиль, а потом уже вторично эмигрировав или просто напрямую эмигрировав в Нью-Йорк, здесь очень много общин, ни одна из которых, как бы, полностью не соответствовала тем традициям обычаям, которым они следовали. Потому что они достаточно изолированы были на протяжении там более 70 лет. Вот. И то есть, когда они эмигрировали, соответственно,
те сефардские традиции и обычаи, которые они привыкли соблюдать и в той форме, в которой они привыкли соблюдать, в Израиле, а потом уже здесь в США, как бы им постоянно указывало, что здесь вы не правы, и здесь вот вы неправильно делаете. Вот. И в то же время незнание иврита также достаточно большую роль здесь, я считаю, что сыграла. Я не уверена, я ответила на ваш вопрос или нет. Но... Ну, в целом, да, спасибо большое. Теперь по поводу второго пункта. По поводу выборов, да, здесь интересная ситуация. На самом деле, вот как я уже говорила, в отличие от ортодоксальных общин, нет такого, что сплоченно все общины, то есть как бы нет такой организации. Да? Но при этом, конечно, существует этот момент, когда там в том числе, особенно это в синагогах ярко проявляется, и в тех же печатных изданиях, которые я упоминала, где регулярно, то есть, как бы, так сказать, на людей, ну, как бы, то есть, формируют, да, мягко, ненавязчиво формируют их политические взгляды. Вот. Журнал «Дружба» особо, на самом деле, этим знаменит, потому что они, особенно вот перед президентскими выборами, когда Трамп номинировался, и повторяю, перед вторыми выборами, когда он проиграл, достаточно агрессивно за него лоббировали, и в том числе, что интересно, они делали упор именно на его произраильскую политику, его хорошее отношение с государством Израиля. Ну, они не уникальны в этом смысле, нет? Нет, абсолютно нет. Большинство общин еврейских Нью-Йорка, насколько я знаю, они достаточно консервативные, большинство из них голосуют как республиканцы. Ну, не коренных американцев вы имеете? Нет, нет. Вы говорите об иммигрантах, да? Иммигранты, да, да. Коренные американцы, они в основном, конечно, либеральные. Да. Окей, огромное спасибо. Спасибо. Спросите у Валерия Луткова. Можно, да? Да, конечно, Александр Ефимович, да. Большое спасибо. Вот ваше исследование открывается новое направление в Иудаике. Я помню, год назад с интересом прослушал ваше сообщение. Вопрос такой. Может быть, как провести исследование о влиянии визитов израильских спортсменов, баскетболистов, футболистов на еврейскую идентичность в Советском Союзе? На эту тему есть воспоминания, есть и переписка израильских дипломатов, которые посылали свои сообщения в Иерусалим, рассказывая, как принимались израильские спортсмены в Советском Союзе. Да и я сам был свидетелем Макаби Тель-Авив в Москве. В 72-м году и уже позже, в 88-м, кажется, году. Спасибо. Александр Ефимович, большое спасибо. Действительно, это интересная часть, интересный пример спортивной дипломатии. Об этом я читал и у израильских исследователей. Есть такой социолог спортивный Галили. Он об этом также упоминает, рассказывая об истории спортивной политики в Израиле. Да, это действительно вот такой пример спортивной дипломатии, когда не было дипломатических отношений, но были, были контакты, и вот это вот использование спорта как легитимация, как бы такая вот в общественном сознании страны. Да, это прекрасный пример, да, спасибо за то, что вы его сюда добавили, да, отлично. Луиза, если есть время... Есть 10 минут. У нас 10 минут есть, конечно. Извините, пожалуйста, да. Партийного комментатора Зайчика, который много писал в израильском спорте и вот о визитах спортсменов. Есть публикация на эту тему. Спасибо, Александр. Луиза, можно мне задать вопрос тоже? Обязательно. Вот обязательно. У меня такой филологический вопрос. Если позволите, но про язык бухарских евреев. Вы сказали, что в основном они пользуются, ну, кроме английского, понятно, языка проживания, русским языком, но все-таки некоторые пользуются своим еврейско-таджикским, еврейско-персидским, разные названия есть. Вот у меня такой вопрос. Те, кто владеют им хорошо, они им владеют на основе русской графики? Или все-таки есть еще те, кто читают старые книги на еврейской графике?
Хороший, очень хороший вопрос. Из тех, с кем я имела возможность общаться, и как бы это включает разных, в основном, конечно, хорошо владеют языком более старшего поколения. То есть люди, которые уже родились в Нью-Йорке, конечно, не так. Но из тех, с кем я общалась, да, письменность на основе кириллицы, так же, как и таджикская. Mm-hmm. Я лично не знакома с примерами людей, которые ивритом или которые до этого использовали именно арабский персидский язык, могут именно писать и читать. Я так подозреваю, что на самом деле в живых таких людей практически не осталось, если они только специфически не занимаются этим вопросом. Спасибо. Можно еще такой комментарий? Просто на основании моего опыта и поездок в Узбекистан. И еще у меня была студентка из Ташкента, которая училась в еврейской школе. И в Бухаре мне говорила девушка, которая учится в еврейской школе в Бухаре. Такая интересная стратегия, что они не учат иврит, они учат английский. То есть такая вот... четкая языковая стратегия даже в еврейской вот, среднем образовании сейчас. Я тоже, кстати, я забыла об этом на самом деле. Я это слышала от нескольких людей, потому что вот один из людей, которых я знаю на собственной улице, он несколько раз за последние несколько лет ездил в Узбекистан. То есть они достаточно долгое время мало кто из иммигрантов вообще мог туда попасть. А сейчас как бы это даже популярно стало ездить. Достаточно дорогое удовольствие, но тем не менее. И тоже, да, проскальзывают такие моменты, что такое ощущение, что на самом деле, да, вся, то есть как бы с опережением направлено именно, что если придется выезжать, то именно в США. Да, разумеется. Ну, потом Узбекистан также, они же перешли на другую письменность, то есть там тоже как бы латиница... Там сложный, да. Да, там сложная ситуация, я недостаточно с ней знакома, чтобы... какие-то квалифицированные выводы делать. Вот. Но да, такое ощущение, что именно как бы все целенаправленно в этом направлении. Спасибо огромное. Сергей? Да, если позволите, у меня вопрос Валерию Валерьевичу. Еще от Ирины Викторовны потом просто, ты видел? А, я потом, просто, да. Да, нет, Сереж, давай, скажи, как, а потом... Как большой любитель джидо, слежу за успехами, в том числе, кстати, израильских спортсменов. Это можно вспомнить, там у Израиля есть и призеры чемпионата мира, хотя Олимпийских игр, и победители как среди мужчин, так и среди женщин. Да, вот Прима Геффин, тоже бронзовый призер чемпионата мира. То есть большие успехи в дзюдо делает сейчас Израиль. Если у вас есть знания или сведения по вот этой части, могли бы поделиться, откуда пришла в целом школа дзюдо в Израиль, то есть кто ее основал, как она формировалась и так далее. Да, то есть, как мы знаем, у итальянцев-то своей школы не было, там японцы приезжали, потом из других стран, советские специалисты уезжали в Восточную, Западную, Центральную Европу, создавали местные школы дзюдо. Вот как в Израиле с этим было? Да, я помню, что вы интересуетесь дзюдо. Я не знаю точно, кто создавал эту школу, я могу только прокомментировать, что вообще спортивные единоборства очень популярны в Израиле. И в частности, вот, например, тэквондо, тоже вот еще один вид восточного боевого искусства, спортивного вот именно, тоже очень популярны. И, кстати, тоже среди девушек, потому что вот это как-то считается очень, ну и приемлемым, и заинтересованным. А вот откуда корни израильского дзюдо, это нужно покопаться. Но если я найду, я вам в личной переписке расскажу. Хорошо, буду благодарен. Спасибо. Коллеги, Ирина Викторовна? Знаете, если можно, во-первых, еще раз большое спасибо, Натя, за очень интересную презентацию и красочную. И действительно это интересно. Скажите, пожалуйста, вот у меня маленький вопрос. Вот численность общины бухарских евреев в Нью-Йорке примерно какая? И еще, скажите, кроме Нью-Йорка, они где-нибудь еще проживают? Разную статистику я видела. В основном оценивается где-то между 50 и 60 тысячами. То есть достаточно большая. Касательно других мест проживания, я знаю две большие общины находятся. Одна во Флориде, в основном в Майами, и в Аризоне. Причем как бы в Аризону это изначально было одно из мест, куда их селила международная организация по миграции.
А в Майами, насколько я понимаю, большинство людей сами переехали. Ну, это такая нью-йоркская шутка, что все евреи в какой-то момент переезжают в Майами. Вот. На самом деле там община достаточно большая тоже. Спасибо. А можно? Коллеги, тоже коллеги, Елена Эдуардовна тоже хотела задавать вопрос. Давайте, Елена Эдуардовна. Давайте. Елена Эдуардовна, я вас включила на громкую связь. Да, меня слышно, я надеюсь. Да слышно. Да. Я хотела задать вопрос обеим Кузнецовым. Это вслед за господином Ханиным. Вопрос о соотношении идентичности, а точнее самоидентификации. Удалось ли вам на вашем материале, удается ли проследить, какая самоидентификация наиболее важная? Я сейчас скажу. Я бухарский еврей, я еврей. Я американский еврей, я американец. Вот можно ли это проследить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я бы добавил еще, и я русский еврей, или русскоязычный еврей, или еврей из бывшего СССР. Это будет предпоследнее в списке предпочтительных. На самом деле, да, это хороший вопрос, потому что, на самом, как бы, это... Да, если спросить напрямую, то я бухарский еврей, это будет, скорее всего, исходя из моего опыта, первым ответом. То есть, как бы, я еврей, да, но всегда с уточнением бухарский. Вот. А евреи из бывшего Советского Союза, то есть, они, да, понятно, мы все знаем, откуда. Но, опять же, как бы это не будет... Старшее поколение, да, они будут, то есть они даже этим интересно объясняют, потому что люди, как бы, более пожилого возраста, особенно те, которые более интегрированы, как бы, да, то есть те же, например, Хияевы, отец, он как бы соблюдает, он соблюдающий еврей, но он соблюдает в меру, то есть он ходит в синагогу, но он ходит в шаббат, он не ходит там, не делает миньян каждый день, грубо говоря. И когда есть там момент такой, как на 47-й улице, когда люди, особенно хабатники или ортодоксальные, ходят, особенно по пятницам, и, значит, там молятся с людьми, как собирают пожертвования и так далее. И я была свидетелем, как они неоднократно его пытались как бы сподвигнуть, чтобы он там носил цицит, например, или там чаще ходил в синагогу. И его аргументом было именно то, что я старый человек из Советского Союза, я делаю то, чему меня научили, как бы настолько, насколько могу. То есть в таких ситуациях, да, может варьировать. Но, опять же, как я сказала, исходя из моего опыта, я бухарский еврей, это будет первый ответ. Спасибо огромное. Елена Дарна. Спасибо. Так, все, отключаюсь. Хорошо, все. До свидания. Так. Так, дорогие коллеги, спасибо огромное. Дмитрий, у тебя был, у нас одна минута. Ну нет, у меня просто был вопрос, а почему все-таки первая дистанция – это США, Нью-Йорк, а не Израиль? То есть дистанция миграции в основном США, из того, что я понял. Почему так? На самом деле, хронологически первый был Израиль. Угу. Хронологически, то есть... В США ранний как бы, поток, там, 70-е годы, выехало небольшое количество, до нескольких тысяч человек. Я пару таких людей встречала, они в основном гораздо более ассимилированы, они ассимилированы в том числе и с другими еврейскими общинами, правда, не американскими евреями, а другими общинами, как бы, ближневосточными и так далее. Но изначально как бы, большинство бухарской общины из Узбекистана, они выехали, большое количество поехали в Израиль. Я так понимаю, отчасти потому, что это была первая возможность. Вот, то есть как бы, конец 80-х, обстановка в Узбекистане накалялась, и, соответственно, да. А иммиграция в США произошла, то есть была такая программа при организации, Международной организации по миграции. Занималась, вот, которая несколько, насколько я знаю, еврейских, как бы евреев нескольких разных деноминаций помогали эмигрировать, и они гораздо более организованно это делали. Я работала с организацией, правда, не с евреями, а с месхетинскими турками пару лет в Краснодаре, вот, поэтому я немножко как бы систему эту усвоила, то есть легче гораздо легче было это осуществить, потому что организация брала на себя очень большое количество работы, как бы, которые, то есть, и в отличие там, от тех же месхетинских турков, бухарские евреи, по крайней мере, имели легитимные документы,
То есть наша проблема с месхетинцами была в том, что очень большое количество было людей без каких-либо документов, которые были приемлемы в любой стране. Вот. И как бы на месте их также принимали местные НПО, еврейские организации, которые также хорошо, достаточно значительную помощь оказали. Вот. Ну и, как я уже говорила, на самом деле как бы большое количество людей, которые переехали сначала в Израиль, они достаточно плохо там ассимилировались. Особенно люди более старшего возраста, они не совсем как бы влились, то есть, как я уже говорила, их еврейство также ставилось под сомнение. То есть, для них интересно. Это вообще интересный опес по поводу их еврейства ставилось под сомнение. Это вообще интересная тема в Израиле. Ну да, нет, на это можно отдельное исследование, отдельную книгу писать, потому что они такая периферийная группа, которая очень долго была изолирована, поэтому они очень, как бы, при том, что они считаются сефардами, в большей части, как бы, их все сефардские, они, то есть, допустим, у грузинских евреев, у них очень все четко регламентировано, обосновано, а бухарских евреев, из-за, в том числе, изоляции этой, и как бы из-за, да, местоположения на карте. Там много разных течений было. То есть не до конца понятно, откуда какие-то из этих традиций взялись. И, соответственно, когда они эмигрировали, в Израиле масса других деноминаций. То есть и именно сефарды, то есть им начали указывать на все нестыковки. То есть для них это достаточно, насколько я понимаю, тяжело было воспринять. А потом появилась возможность вторичной миграции в США, у кого-то родственники напрямую. Община довольно сплоченная. Как бы. Есть такой момент, когда такие крупные иммиграции происходят, то она сплочается. То есть как бы им труднее ассимилироваться на самом деле, если они переезжают в большой массе, делятся рядом друг с другом. Вот. И, соответственно, как бы очень многие, я знаю, перетянулись из-за родственников на самом деле. Потому что, например, Мататова, о которых я говорила, Эстер, как бы, это жена, она не хотела, она с удовольствием бы завтра вернулась в Израиль. Я с ней разговаривала на эту тему несколько раз. Но семья мужа переехала в США. И, соответственно, они все перетянулись за ней. То есть, и таких людей тоже достаточно много. Наталья, я прошу прощения, короткий вопрос. Наталья, а то, что вы заметили, что достойно отдельной публикации, это фигура речи, или вы готовы такую идею взвесить? Это большой проект. Мой электронный адрес у вас в сообщении. Спасибо, отлично. Это очень круто. Дорогие коллеги, это супер. Вот оно, настоящее научное общение. Прекрасно. Да, научная дискуссия, научный диалог, научная такая кооперация. Спасибо всем огромное. Мы вышли за регламент, спасибо. Потому что вас уже было не остановить, и это очень круто. Модерировать практически не пришлось, потому что вы все делали сами. Спасибо всем огромное. Дорогие коллеги и гости нашего мероприятия, очень вам благодарна. Это было... Очень здорово, круто, блестяще, блестяще. Спасибо большое. Спасибо огромное вам всем. Действительно было очень здорово участвовать в такой прекрасной вот группе и с такими прекрасными людьми. Спасибо вам большое. Да, спасибо огромное. Надеюсь, мы продолжим наш научный диалог, нашу дискуссию, нашу обязательно полемику. Данную сессию мы закрываем на сегодня. Диалог мы продолжаем, но наша сессия... закрывается. Спасибо всем огромное. Очень ждем ваши публикации. Все обязательно должно быть опубликовано. Благодарю еще раз и надеюсь, уже сейчас увидимся на следующей нашей сессии. Пожалуйста, не разбегайтесь. Мы продолжаем наше мероприятие. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Да, спасибо. Встретимся через 5 минут. Мы по-прежнему идем по расписанию. В прошлый раз отдыхали больше, сейчас будем отдыхать чуть меньше. Дмитрий, запись мы останавливаем? Ну да, давай прервемся. Супер.